Дорогие коллеги, давайте начнем. Доброе утро, я рада вас всех приветствовать. Вы меня слышите, правильно? Меня зовут Ольга Анатольевна Кравцова, я доцент кафедры английского языка номер один МГИМО, и я буду модерировать наше заседание. Вы, естественно, после долгомесячной работы онлайн знаете, что микрофон лучше выключать, если вы не выступаете. С другой стороны, хотелось бы видеть ваши лица, потому что вот картинки уже надоели. Хочу сказать, что, насколько я понимаю, у нас есть доклады на английском языке. Вот. И поэтому у нас есть функция перевода. Внизу у вас есть символ глобуса. Да, вы на него нажимаете и нажимаете нужный вам язык. А для того, чтобы переводчики могли хорошо работать, пожалуйста, говорите четко и ясно и в нормальном темпе. Поскольку у нас очень плотный график, я очень прошу вас опустить все теоретические подводки, а сосредоточиться на основных моментах ваших исследований или практической работы, да, то есть самое важное и интересное. Предлагаю вопросы писать в чате, чтобы дать возможность всем выступить и писать кому, и, собственно, вопрос. И если у нас останется время в конце заседания, тогда мы обсудим эти вопросы. Если вдруг нет, то вы сможете в этом же чате обменяться своими контактами, да, для того, чтобы потом, может быть, обсудить это. Прошу соблюдать регламент 10 минут. По истечении 8 минут наш технический ассистент Елена Владимировна через 8 минут вам скажет, осталось 2 минуты. Да, пожалуйста, чтобы как можно больше успела выступить. У нас сегодня, неудивительно, несколько выступлений связано с нашим опытом ковидным, так сказать, работы онлайн. Мы многому научились, мы многое возьмем это дальше в нашу другую, хочется надеяться, нормальную реальность. И вот мы начинаем, собственно, с этого. А потом у нас очень большое разнообразие, но это, мне кажется, и интересно. То есть совершенно разные аспекты обучения иностранным языкам, и спонтанной речи, и фонетики, и разработка программ. Так что я надеюсь, что будет интересно. Давайте начинать. И первая у нас выступающая – это Нина Ивановна Спиранская. Так, сейчас открою демонстрацию экрана, чтобы слайд начинать. Uh-huh. Все. Коронавирусная инфекция, которая стремительно распространилась по всему миру, вызвала необходимость неотложных трансформаций в каждой сфере. Обучение английскому языку в высшем учебном заведении требовало срочных изменений, чтобы, вопреки возникшим трудностям, обеспечить реализацию лингводидактических задач, для чего учебный процесс начал осуществляться удаленно. Уже на первой волне противостояния COVID-19 педагоги, работники образования начали изучать те большие сложности, которые вызваны данной ситуацией. Актуальность нашего исследования основана на востребованности выявления наиболее эффективных методов, дидактических приемов, педагогических технологий, позволяющих решать цели и задачи обучения студентов иностранному языку в формате удаленной работы. Сразу перейду к обсуждению. Для обеспечения профилактики стремительного распространения коронавируса учебные заведения вынуждены перешли на удаленную работу, так как дистанционный формат уже использовался ранее. Мы, разделяя мнение наших ученых, предполагаем, что данный педагогический, подчеркнем, вынужденный эксперимент, при котором учебные учреждения в период пандемии перешли на удаленный формат, нельзя полностью воспринимать как дистанционные, действительно дистанционные, которые, хотя и определяются разными учеными по-разному, все-таки сходятся во мнении
в таком мнении, что это все-таки детально спланированный учебный процесс, сопровождаемый тщательно разработанными дидактико-методическими контрольно-измерительными материалами в онлайн-формате. А экстренный тотальный переход к обучению по вполне понятным причинам не был подготовлен. Изучение работ наших российских ученых и педагогов показало, что акцентируется внимание на сложностях в отечественной системе образования, которая по сравнению с зарубежной значительно встретилась с большими трудностями, потому что у нас дистанционное образование не было столь распространено, как, допустим, за рубежом. Здесь выделяются и технические трудности, слабая скорость интернета, недоступность видеосвязи, перегрузка образовательных платформ, недостаточная оснащенность компьютерами и другими гаджетами субъектов образовательного процесса, также методические, психологические проблемы при решении задач по формированию комплекса компетенций, требуемым ФАГОСом. Выявленные затруднения потребовали изменений и в используемой методической системе, применяемой в учебном процессе. Это увеличение доли самостоятельной работы студентов, расширение диапазона качественной оценки знаний обучаемых, а не количественных рейтинговых отметок, как было принято традиционно, актуализация проектной, поисковой, учебной работы. Все это требовало переосмыслить роль педагога, который уже не воспринимался как главный источник знаний, уступив место интернету. Но в то же время педагог должен сопровождать, поддерживать студентов в цифровом образовательном пространстве, выполняя функции тьютора, что требует больших ресурсных затрат при значительном увеличении его методической нагрузки. В зарубежных публикациях по данной тематике также акцентировалось внимание на проблемах, появившихся при срочном и одномоментном переходе к удаленному формату. Тоже недостаточно техническая оснащенность, компьютеры, планшеты, ноутбуки, низкая пропускная способность интернета в некоторых зарубежных странах, методическая неподготовленность значительной части преподавателей к работе в цифровом пространстве, реализация учебных графиков образовательного процесса в части проведения практик, особенно медицинских практик, где крайне важно осуществление непосредственного взаимодействия с пациентами, превалирование количественных отметок учебных успехов студентов в традиционной практике, имеющих невысокую информативность о затруднениях, требовало перехода к описательным методам оценивания. Повышенный стрессовый фон у всех субъектов образовательного процесса вызвал необходимость активизации социальной, психологической поддержки. Прекращение внеаудиторной деятельности студентов повлекло негативные последствия при трудоустройстве выпускников, что отягчалось кризисными явлениями в экономике, спровоцированными пандемией, а также осуществление научно-исследовательской работы аспирантов, докторантов, требующие межличностной коммуникации в рамках научных форумов, конференций. Снижение доли иностранных студентов, вызванное закрытыми границами, уменьшило приток денежных средств в бюджеты вузов, что тормозит финансирование проектов, направленных на развитие образовательных организаций. Отмечу, что анализ реализации программ высшего образования за рубежом был осуществлен на основе изучения содержания статей, опубликованных в базе данных Web of Science. Анализ статей отечественных и зарубежных авторов продемонстрировал, что педагоги больше внимания уделяли именно трудностям, потому что вот анализ проводился как раз по тем трудностям, с которыми мы встретились в течение первой волны пандемии. Схематично отмечали в то время некоторые технологии, методы, приемы, которые использовали при обучении в данном формате. Нами также был обобщен и собственный педагогический опыт организации учебного процесса на базе Тюменского индустриального университета. Здесь уже у нас уже имелись, конечно, существенные наработки, которые облегчили переход к удаленному формату обучения.
более 15 лет функционирует образовательная платформа DUCON, разработанная на ядре Moodle, и отличающаяся достаточной простотой. Так как не требовались дополнительные специализированные какие-то программы, большинство преподавателей и ранее работали с этим ресурсом, правда, не столь интенсивно, как вынуждены были делать в данный момент. Педагоги выкладывали свои материалы, видеоролики, аудиотреки, тесты, файловые документы. Общение проводилось со студентами через чат. Хотя при увеличении количества пользователей скорость работы данной системы падала. Бывало случаи, что и даже зависало. Из числа студентов было организовано цифровое волонтерство для поддержки педагогов, но, к сожалению, ожидаемого эффекта оно не оказало, так как такой помощью, наверное, можно было бы воспользоваться только при перепечатывании каких-то дидактических материалов, не умеющего это делать преподавателей, которые, в принципе, уже в наше время нет. А решение технических трудностей в работы в DUCON требовало оперативности, а ответы от цифровых волонтеров приходили с некоторым опозданием. При организации обучения иностранному языку удаленно увеличилась доля работы с текстами, что способствовало формированию информационно-коммуникативной компетенции обучающихся. Для оценивания результатов работы необходимо было разрабатывать четкие критерии, понятные и для студентов индикаторы, поскольку в условиях дистанцирования требовались уже не количественные отметки в качестве суммы наработанных баллов, а писательные, как наиболее информативные, позволяющие не только выявить учебные затруднения, но и спроектировать дальнейший образовательный маршрут. Инна Ивановна, две минуты. Спасибо большое за предупреждение. Показал... Работа в таком режиме показала, что от педагога требуется значительное расширение его функций. Это не только как инструктор, это и консультант, это и тьютор, это и коуч, это и фасилитатор. Таким образом, экспресс-анализ изменения изучения обучения иностранному языку при коронавирусных ограничениях позволил выделить изменения в дидактико-методической системе, касающиеся формы обучения, системы оценивания и функций педагога. На этом все. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Нина Ивановна. Мы продолжаем эту тему. У нас доклад Надежды Михайловны Сорокиной. Я надеюсь, поскольку Нина Ивановна очень подробно перечислила все проблемы и трудности, с которыми столкнулись мы, я надеюсь, что Надежда Михайловна, может быть, сосредоточится больше на возможных путях решения. Добрый день, дорогие коллеги. Действительно, было много сказано, и я согласна со многими вопросами. Я бы выделила основные трудности и, конечно, те пути решения, которые просматриваются, либо уже предпринимаются. Перед вами на экране те сложности, о которых я буду говорить. Про низкий уровень технической базы мы все прекрасно понимаем. По статистике Минобрнауки, по результатам исследования, в основном вузы были разделены на три категории. Лидеры, имеющие развитую инфраструктуру, и учреждения с нормальным уровнем цифровизации, и наименее цифровизованные, которых обозначили 44 вуза, что, в принципе, для нашей страны не так уж много. Но помимо этого, с техническими трудностями на местах столкнулись и преподаватели, и студенты. Самое основное – это... как видно из слайда, трудности с доступом к интернету, работе интернета и онлайн-сервисов. Для языковых занятий качество связи, надо сказать, оказалось критичным, так как в отличие от лекций по общим предметам, здесь нельзя опереться на презентацию в случае неполадок со связью. Фонематическое восприятие, артикуляция – тоже весомая составляющая для лингвистических дисциплин.
Решение вопросов до цифровизации – это, конечно, проблема государственных органов, и этим занимаются соответствующие ведомства. Выделяются средства на создание или обновление сетей, вовлечение мощностей и так дальше. Но вот с этой проблемой тесно связана и другая группа вопросов – цифровые компетенции преподавателей. На следующем слайде видно, ну, это довольно сложная таблица, я не буду ее подробно комментировать, просто укажу, что, как мы сами понимаем, наименее среднеподготовленными сочли себя почти половина преподавателей старше 60 лет и, что интересно, 37% до 30 лет. В остальных возрастных категориях приблизительно 40-30%. Вот решать эту проблему преподаватели начали своими силами в вузах, ну, как, например, в МГИМО, где была организована профессиональная служба технической поддержки, проведены экспресс-формате курсы по освоению образовательных платформ и так далее. Но это решение также вынесено на федеральный уровень, и вузам будут рекомендации даны по внедрению новых методик, повышению квалификации, и правительство, конечно, должно решить вопрос о финансировании. Следующая группа вопросов связана с возросшей нагрузкой на студентов и преподавателей. Ну вот, по мнению студентов, эта нагрузка, как ни странно, увеличилась. То есть можно было думать, что студентам будет легче работать с онлайн-обучением, но это не совсем так. На вопрос студентам о трудностях дистанционного обучения самый частый ответ – резко увеличившийся объем заданий, низкий уровень самоорганизации, перенапряжение зрения. Ну вот об этом было сказано в исследовании, проведенном ЮНИСЕФ. Что касается преподавателей, то здесь нагрузка возросла многократно, понятно, тесты, материалы для экзаменов, но и еще, конечно, дополнительные отчеты о проделанной работе в некоторых вузах внедрялись. В связи с этим не могу не отметить, что появляются комментарии врачей и психологов о влиянии удаленной работы на здоровье. Вот психологи считают, что видеоконференции провоцируют более быструю утомляемость. Много лиц крупным планом вызывает подсознательное чувство тревоги от ощущения вторжения в внутреннее пространство. А лицезрение своего лица длительное время крупным планом – беспокойство из-за отсутствия движения. Ну, может быть, это вопрос индивидуальный, но предлагается решение сократить, конечно, время таких проекций. Ну, можно рекомендовать отодвигать монитор, убирать свое лицо с экрана, по возможности двигаться. Дальше мы перейдем к проблеме менеджмента времени и организации самостоятельной работы студентами. Вот это очень ответственный момент, потому что дефицит компетенций самих студентов, удивительно, что, то есть, естественно, что не цифровых, а навыков самостоятельного обучения действительно налицо. Не все могут эффективно организовать свое время. То есть такой формат дистанционный выясняется, хорош для студентов, четко осознающих цели и задачи своей учебы, и сложен для средних и слабых студентов. Мотивация имеет большое значение. Ну, я в своей практике онлайн-занятий по политпереводу столкнулась с тем, что студенты, конечно, активно используют Google и другие Translates и пользуются удаленным форматом, что, в общем-то, конечно, о самодисциплине говорит. О чем, как можно решать эти проблемы? Ну, во-первых, студентам мы должны рекомендовать совершенствовать самодисциплину. Ну, это можно делать, создавая календари занятий, дел, вести ежедневник. Обучающие платформы имеют напоминания, это студенты, наверное, могут воспользоваться и телефоном тоже. А также создавать для себя систему поощрений и призов, относиться к занятиям как к виду профессиональной деятельности и главное, частичной занятости, нацеливаться на будущее трудоустройство. Далее, дистанционное образование в силу ряда особенностей, конечно, диктует необходимость психологического сопровождения данного процесса.
поскольку возникает чувство одиночества и изоляции. Об этом много сейчас пишется и говорится, но этот психологический фактор действительно сильно влияет на мотивацию и успеваемость студентов. Потому что в классе ученики привыкли к мгновенному прямому общению друг с другом, делиться опытом, реагировать, шутить. Вот, например, мнение студентов про языковые занятия. При отработке навыков общения между двумя-тремя людьми необходимо личное присутствие каждого участника диалога. Наличие очных занятий подталкивает на честное выполнение заданий в пределах аудитории. Качество и количество запоминаемого материала в университете выше, чем при дистанционной форме. Но специалисты-психологи предлагают ряд решений, как преодолеть чувство одиночества и изоляции, помочь студентам. Вкратце они на экране, но хочу отметить, что преподавателю начать с эмпатии, в общем, надо как бы стараться быть вежливыми, оценивая задания, показать, что вы открыты для общения, использовать вот такие рычаги. Второй момент. Если иногда, может быть, стоит покидать виртуальную аудиторию, давать студентам возможность обмениваться информацией, общаться друг с другом. Это вносит элемент комфортности в атмосферу. Здесь выгодно, конечно, выглядит деление студентов на пары, подгруппы, которые будут проверять задания друг друга, обсуждать контент курса и помогать друг другу в отсутствии преподавателей. То есть вот навык самоорганизации тоже может развиваться. Надежда Михайловна, извините, две минутки. Поняла. Важно, как соблюсти и определенные ритуалы, потому что, когда мы входим в аудиторию, то осуществляется невербальная коммуникация. Здесь, видимо, нужно научиться создавать определенные ритуалы и давать себе время на подготовку к ним. Вот у меня остался один вопрос, очень важный, на мой взгляд, как проводить онлайн-экзамен, если мне можно будет минуточку как-то добавить. Ну, мы понимаем, что первые же опыты экзаменов показали большие вбросы фейковых решений, и у нас даже известны случаи, когда рядом со студентом во время экзамена устного находился подсказывающий. В зарубежных странах используются камеры на 360 градусов. Может быть, такая камера помогла бы в этом случае. Ну, при нежестком карантине возможно предоставление, конечно, больших залов для очных экзаменов или прозрачных кабинок для экзаменуемых. Составление особого графика приема экзаменов и в аудиториях без доступа в интернет. В случае необходимости устного экзамена онлайн осуществлять устный опрос студента без времени на подготовку. Менять программы, но существуют и платформы типа Экзамуса, технологии, которые анализируют поведение пользователей, распознавание лиц, обнаружение эмоций, а также очень интересно прокторов, технических специалистов, контролирующих процесс сдачи экзамена с точки зрения движения глаз, списывания и так дальше. Ну, я не буду делать большое заключение. Я, конечно, хотела сказать, но, может быть, будет отдельно на это время. Да, Надежда Михайловна, извините, если спасибо. Будут вопросы, то в чате они вам поступят. Я надеюсь, спасибо. Что у нас останется в конце спасибо. Время. И, дорогие коллеги, не нужно отвечать сейчас в чате, я думаю. Все-таки надеюсь, что у нас останется время поговорить. Сейчас у нас доклад Камилы Ахмеджановой из Оксфордского университета. Насколько я понимаю, он на английском языке? Нет, на русском. На русском? Да, на русском. На русском, хорошо. Так, сейчас я... я не могу пока включить камеру. Надежда Михайловна, уберите, пожалуйста, свою презентацию. Все, сейчас... Не открывается. Сейчас, секундочку. Все, в общем. Моя презентация будет по поводу моего собственного опыта преподавания таджикского языка студентам-бакалаврам с предварительным знанием фарси. В общем, в качестве вступления я хочу сказать, что исследование, как я уже сказала ранее, основано на моем собственном опыте.
студенты к тому моменту, когда мы начали изучать таджикский язык с ними в январе 2020 года, изучали фарси уже на протяжении 3 месяцев. То есть их основная специальность — это фарси, персидская литература. И это были первокурсники, то есть они только начали университет. То есть первый семестр моих с ними занятий, соответственно, прошел в обычном режиме, а второй семестр как раз-таки выпал уже на время карантина в Англии и прошел в формате онлайн. И сравнив прогресс, который был у студентов во время первого и второго семестра, я пришла к выводу, что, конечно, прогресс был гораздо более ощутимым во время первого семестра. Просто чтобы дать какой-то бэкграунд, это то, что лингвистов давно интересует вопрос того, как отличается изучение родного языка от иностранных языков. Соответственно, очень много исследований в последнее время печатается по поводу различий в изучении L1 первого языка и L2 дальнейших языков, но кроме того существует еще огромное количество методов, которые существовали еще до наступления онлайн-эпохи, которые используются в обучении студентов второму и так далее языку, включая the grammar translation method, the direct method, audiolingual method, ну, в общем, они все здесь перечислены. Извините, пожалуйста, коллеги, а слышно вам презентацию? Да, все слышно. Слышно? Все хорошо, звук хороший, да. Да, все слышно. Я не буду перечислять, но вот, в общем, там все они указаны. И, на мой взгляд, успешное обучение иностранному языку должно включать в себя, по крайней мере, несколько из перечисленных здесь методов обучения. Но, конечно же, это все относится к обычному формату, офлайн-формату преподавания. И когда обучение переходит в онлайн-формат, не все методы уже могут быть использованы, к сожалению. Во время офлайн занятий с моими студентами мой основной фокус во время занятий был направлен на direct method, audiolingual method, communicative language teaching approach и task-based language teaching. На самом деле, в основном как раз-таки на task-based language teaching, потому что я очень верю в то, что язык можно выучить именно благодаря тому, что ты сидишь и день за днем монотонно делаешь какие-то упражнения на грамматику, потому что иначе, ну, с моей точки зрения, это невозможно. Невозможно достичь какого-то прогресса ощутимого. Но с переходом на онлайн-обучение, к сожалению, фокус моих занятий был смещен в сторону communicative language teaching approach, который, например, вот в этом исследовании изучался, который я там, Woods and Chakir. И, соответственно, это отдалило формат наших с ними занятий от традиционного очень сильно. Вот, разделение на традиционный и прогрессивный метод встречается у очень многих исследователей в последнее время. И, соответственно, у сторонников прогрессивного метода преподавания языков их основной аргумент заключается в том, что весь процесс обучения должен быть построен на живом общении между преподавателем и студентами и должен исключать заучивание информации в принципе, в чем я с ними совершенно не согласна, со сторонниками прогрессивного обучения, но, к сожалению, даже мои студенты, они постоянно говорили про то, что им важен именно вот этот интерактивный элемент, и что они хотят изучать язык вот именно для реальной жизни, а не для того, чтобы читать какую-то научную литературу и так далее. Соответственно, им нужен был именно разговорный язык. Но, на мой взгляд, выучить язык на основе одного лишь опыта очень сложно, а преподавание грамматики, как выяснилось, в онлайн-режиме намного более трудоемкий процесс, чем во время офлайн занятий. Вот. Изменения, которые наиболее ощутимы для меня, мне кажется, они коснулись именно студентов, которые находятся на начальном этапе изучения нового языка, потому что для студентов, у которых уже есть какой-то базовый уровень, им легче было перейти с офлайн на онлайн режим занятий, тогда как студенты, которые только-только начинали изучать язык, им особенно важно было
видеть преподавателя, мне кажется, вот именно рядом с собой, потому что некоторые неточности произношения, некоторые ошибки не всегда даже, в принципе, слышны во время онлайн-занятий. И мне кажется, что особенно важно присутствие преподавателя рядом в такие моменты, чтобы подправить что-то, какие-то неточности вот в самом-самом начале. Вот, поэтому я не совсем согласна с учеными, которые считают, что дистанционное обучение имеет огромное количество преимуществ по сравнению с традиционным. Вот, например, в этом исследовании они представили огромное количество плюсов дистанционного обучения, но вы можете потом с ним ознакомиться. Собственно, как я уже... Возвращаясь именно конкретно к моему опыту, как я уже сказала, к моменту наших с ними занятий они изучали фарси уже на протяжении 3 месяцев, соответственно, у них были базовые представления о грамматике персидской и какой-то очень маленький словарный запас, совершенно базовый, вот, но это был именно персидский словарный запас, а как... Есть разница между таджикским и персидским языком, в принципе, заключается в основном в разнице алфавитов, и эту разницу алфавитов мы успели с ними пройти в режиме офлайн, потому что это на самом деле такой краеугольный камень был для них, им было очень сложно изучать кириллицу, потому что они уже привыкли к арабской письменности. Вот. Но, тем не менее, изучение таджикского им очень помогло, потому что они... Как мы знаем все, арабская письменность, она исключает огласовки практически нам в основном. И тогда как в таджикском языке, благодаря кириллице, все гласные указываются, и, соответственно, им было легче, по крайней мере, читать. То есть это облегчило переход на онлайн-режим также в моем случае. Вот. Но сложности заключались в основном в том, что у них, как говорил предыдущий спикер, у студентов пропадает возможность общаться друг с другом в реальном режиме, не через интернет, и это очень негативно сказывается на их уровне концентрации и на мотивации, их также очень негативно сказывается. Также перестал работать метод, который я применяла во время офлайн занятий. Мы очень много занимались прямым переводом с английского на таджикский и обратно. Но во время онлайн занятий у студентов есть неконтролируемый доступ к онлайн-переводчикам и к различным интернет-ресурсам, и, соответственно, объективная оценка их знаний становится очень затруднительной, потому что я никогда не могу точно знать, это они сами перевели или это они просто воспользовались переводчиком. Вот. Например, когда я проводила тесты на знание лексики, которые я сдавала им выучить во время офлайн занятий, я была уверена, что они действительно тратили время на то, чтобы выучить эти слова, на то, чтобы их записать, потому что во время урока они уже не рассчитывали ни на какую дополнительную помощь. Тогда, две минутки. Хорошо. Тогда как, когда они перешли на онлайн-режим, они уже совершенно перестали так много времени тратить на то, чтобы выучивать слова, и это сказывалось вообще на всем. Также ситуация обстояла и с грамматикой. Поэтому, чтобы продолжить занятия в новом режиме, мне пришлось немножко изменить свой подход. И, во-первых, я увеличила количество минут, которые я просто тратила на то, чтобы просто с ними общаться на языке. И еще я изменила учебник. То есть если в течение первого семестра я использовала учебник Азима Байзоева, который мне сказал использовать мой научный руководитель, который и их научным руководителем является, то с переходом на онлайн-образование те элементы, которые мне так нравились в учебнике Азима Байзоева, это изучение грамматики, мы с ними изучали очень много, то есть как формировать настоящее, будущее, прошедшее время, такие элементы, это перестало все работать, поэтому я перешла на учебник русский, и там я просто брала оттуда тексты, и мы вместе с ними переводили, таким образом мы тренировались, и я проверяла, то насколько они хорошо усвоили материал дома. То есть я давала им уже то, что мы делали на уроках раньше, я говорила им делать дома самостоятельно, а на уроках мы уже просто переводили тексты, чтобы проверять на то, насколько они все это усвоили. Вот. В заключение хочу сказать, что изучение таджикского языка очень помогло студентам в изучении фарси, но это, в принципе, не имеет отношения сейчас особо к
теме моей презентации, но в целом переход на онлайн-обучение в моем случае очень сильно снизил эффективность занятий, поэтому мне пришлось увеличить количество занятий в неделю, чтобы хотя бы сохранить тот же уровень прогресса, который наблюдался у студентов во время обычного режима занятий. Спасибо. Спасибо большое, Камила Джавдатовна. В моем лице вы нашли самого внимательного слушателя, поскольку меня очень интересуют проблемы преподавания грамматики. Сочетание традиционного и нетрадиционного, это касается всех языков. А теперь мы переходим к очень практическим вещам. Белла Лазаревна нам расскажет про интерактивную деловую игру. В смешанном формате. Да, да, вот это очень важно. Blended learning, да, смешанный формат, это актуально навсегда. А вы можете выключить? Да. Можно подключить мне демонстрацию экрана? Я выключила свою. Вот. Белла Лазаревна, вы сами включаете демонстрацию. Все, я увидела, теперь можно. Ну, я представлюсь. И поскольку тема моего выступления – интерактивная междисциплинарная деловая игра на иностранном языке в смешанном формате, то я несколько слов скажу о том, что такое деловая игра на иностранном языке. Тут вот вы можете прочитать определение. А я скажу, что главное отличие деловой игры на иностранном языке, как и любой деловой игры, от изучения кейсов и ролевых игр заключается в том, что при разработке и проведении деловой игры обязательно ставится проблема, которую надо решить в ходе игры. Деловая игра всегда интерактивна. Абсолютно каждый участник команды оказывается втянутым в процесс обсуждения решения. Первые попытки внедрить деловые игры на иностранном языке, в основном английском, осуществлялись в 90-х годах. Ну и деловые игры должны быть междисциплинарными, поскольку преподаватели иностранного языка не настолько компетентны в различных предметах, как предметники. И основные характеристики и эффективность использования деловой игры на иностранном языке здесь написано, но я скажу еще то, что деловая игра на иностранном языке позволяет заранее подготовленную речь на иностранном языке перевести в неподготовленную речь, когда уже в аудитории приходится решать новые проблемы. То есть, когда проводится деловая игра, ставится проблема, которую решают, готовят презентации своего решения. А когда в аудитории осуществляется уже, теперь, скажем так, живой контакт, то ставится еще одна проблемка. И таким образом эту проблему решая, уже нельзя использовать какие-то заготовки на приготовленные дома. Любая деловая игра делится на три этапа. И на этом я, наверное, сейчас остановлюсь. В моей презентации есть ссылки на библиографию, где можно почитать более подробно о деловых играх, и на мои статьи, где я писала о деловых играх на иностранном языке. И мы перейдем с вами к смешанному обучению. Я не буду зачитывать различные определения, а перепрыгнем сразу на тот факт, что смешанное обучение может проявляться в разных моделях.
Вот что предлагает международная команда Elm Learning. Занятия в прямом контакте с преподавателем. То есть это традиционные занятия, когда преподаватель может включить компьютер, доступ к интернету, показать видео, ну и использовать другие информационно-компьютерные технологии. Вращение. Студенты выходят из одной обучающей среды, традиционной, в другую, дистанционную. То есть занятия ведутся в аудитории, но в то же время какие-то задания осуществляются в дистанционном формате. Отдельной моделью они выделяют геймификацию. Я думаю, что это не стоит делать. Использование игровых элементов при изучении иностранного языка можно наблюдать и в традиционном обучении, и, собственно говоря, мы без этого никуда. Гибкая модель. Студенты сами управляют своей учебной деятельностью, но тут надо поразмышлять. Онлайн-лабораторная работа, самостоятельная, смешанная. Вот здесь можно сказать, что студенты могут получать задания от преподавателя, а могут сами использовать вот такие курсы повышения квалификации, которые проводятся централизованно в виде видеосеминаров или вебинаров. В вузах США и Европы смешанное обучение уже больше 10 лет развивается. В России с середины нынешнего десятилетия. Но я хочу сказать, что, собственно говоря, все модели дистанционного обучения, а понимать разницу в них нам все-таки надо, можно поделить на 4. Во-первых, полностью дистанционное обучение, с чем мы столкнулись с вами. Смешанное обучение, когда занятия проводятся в аудитории, но, тем не менее, с привлечением онлайн-технологий. Интегрированное. Вот тут надо... Интегрированное – это как раз тот случай, когда студент повышает уровень своего знания, проходя какой-то видеокурс. И гибридная. А гибридная модель предполагает, что занятие ведется в традиционном формате, но при этом включается онлайн-формат для тех, кто не может присутствовать на занятии по тем или иным причинам. Но отметим, что гибридная модель, она требует очень сильной технической поддержки, и не знаю, сможем ли использовать ее. Ну и, собственно говоря, перейдем к интерактивной междисциплинарной деловой игре. Мы ее проводили в смешанном формате. Да, вот я здесь отметила, что смешанное обучение осуществляется с разной процентной долей онлайн и офлайн режима. Вот тут они, пожалуй, видны. Наша игра проходила таким образом. Дело в том, что мы ее начали играть еще до пандемии. Студенты, изучающие английский язык, студенты-филологи, проходили курс дистанционной технологии обучения, как раз вот как бы опережая события. И курс обучения прерывался практикой. Студенты уходили на практику на довольно долгое время, там месяц, даже больше. И я предложила эту игру. Мы начали приигровой этап. Он занял, собственно говоря, 1%, когда мы поделились на группы.
у нас получилось две группы соперников и группа модераторов, моих помощников. Игровой этап проводился в режиме онлайн. И Алла Лазаревна, извините, пожалуйста, две минутки. Две минуты? Хорошо. В ВКонтакте были созданы группы. Модераторы имели возможность доступа в эти группы. Одним из условий было, была необходимость обсуждения всех вопросов на английском языке, общение только на английском языке, и модераторы за этим следили. А в группе модераторов была и я. Мы с ними разрабатывали какие-то новые задания. Вот в течение этого месяца студенты получили, наверное, играющие команды, получили, наверное, 3-4 новых задания. И плюс еще одно задание, когда они пришли уже на игру. Ну, собственно говоря, здесь все расписано. Было две группы. Ну, я не буду тогда останавливаться и объяснять конкретно, какие задачи были, какие группы были созданы. Я просто вот в завершение покажу, как проходила работа в офлайн режиме на последнем этапе. Вот они получили последнее задание и бросились к компьютерам. Времени у них было 40 минут, наверное, 45, после чего они представляли свои новые решения. Я хочу сказать, что деловая игра вообще как таковая довольно эффективна в преподавании вообще и в преподавании иностранных языков, в частности, если она организована на должном уровне и с поддержкой предметников. Ну и эти игры, как выяснилось, можно проводить в разных режимах. Тогда я на этом завершу, и если будут вопросы, я уже на них отвечу. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Белла Лазаревна. Дорогие коллеги, вот я именно потому, что времени мало, прошу вас сразу рассказывать нам о том, что вы реально делали, потому что вот самую интересную часть, к сожалению, мы не успели послушать. То есть вот в чем состояла эта игра, как вы делили, вот это самое интересное. Пожалуйста, все, кто дальше будет выступать, опускайте всякие теоретические части, делитесь практическим опытом, по-моему, это самое интересное. И вот сейчас нам Наталья Сергеевна, наша коллега из МГИМО, расскажет об проектных работах. Пожалуйста, в практической части, если можно. Да, я с удовольствием сразу, поэтому у меня не очень большая презентация, 5 слайдов. Попробую сразу перейти к важной самой части. Очень много перекликается, прям конспектировала я предыдущих выступающих. Вопросы в чате тоже еще буду задавать. Спасибо большое. Спасибо большое организаторам, потому что это большая работа так всех уложить в секцию, что все взаимосвязано. Я думаю, это все отметят. Это просто вот не потому, что это мои коллеги, а просто потому, что это мастерство. Понимаете? И те, кто на магии, не первый раз. И это очень, ну, вообще я... Восторг. Ну, друзья мои, значит, не буду тогда долго останавливаться на том, как мы были с проектами радостно работали офлайн. Вот мы сидим в любимом вузе, вот наши офлайн-проекты по архитектуре, мы снимались. Раз наступила пандемия, у меня много картинок, и мы все оказались в онлайн-формате. И вот тут отмечала одна из выступающих, Нина Ивановна отмечала, что меньше возможностей для внеаудиторной работы было, но все-таки мы стали их искать, да, потому что мы привыкли к этому, и у нас в МГИМО это большое внимание очень отводится. И к чему же мы пришли? До пандемии я успела съездить в Испанию, это тоже была командировка от МГИМО, там была конференция INTED, возможно, кто-то из присутствующих участвует вот в этих испанских конференциях, типа там INTED и прочее. И там был очень важный посыл, что we have to put a lot more emphasis on developing the whole child,
not just the academic achievement. Вы видите вот эту формулировку. What are you already doing? Был посыл конференции. Что мы делаем, чтобы формировать студента как личность, а не просто учить его языку, потому что мы в 21 веке, друзья, да? И меня особенно впечатлил, там был один доклад, был коллега из Токушима университета японского, назывался Application of Project-Based Learning to EFL and Comparative Cultural Education. Основная мысль его была в том, что дайте студентам как можно больше самостоятельности в проектной деятельности, ну, у него она была прям возведена в культ, и это меня заставило задуматься, не слишком ли мы не то чтобы контролируем, но координируем работу студентов в студенческих проектах. Я думаю, а что если правда дать студентам действительно больше самостоятельности? И тут наступает пандемия. Первый Students Projects, да, первый такой опыт у меня был еще в 2017 году, но я не буду открывать ссылочки, в принципе, они тут есть, вы можете посмотреть, когда я предложила студентам, тяжело шла тема глобализации, которая у нас в учебнике предусмотрена, и я предложила студентам подумать, в какой форме мы бы могли высказаться о глобализации, чтобы потом сделать некий круглый стол. И они сами, совершенно вот прям в смысле самостоятельности проекта, создали сайт под ключ, в 17 году я еще даже не знала, как это делается, разместили там свои эссе про глобализацию. Мы этот проект потом, я тогда училась в Duke University, у меня был там distant course, мы его туда отправляли, и он получил там чуть ли не 97 или что-то процентов, прекрасные, совершенно все под ноль, под ключ они сделали сами. И вот я вспомнила этот опыт 2017 года, и у меня вот как раз, я тоже отметила, что один из выступающих говорил, что столкнулся с проблемой повышенного уровня тревожности студентов во время пандемии. Нина Ивановна, да, это отмечала. Надежда Михайловна тоже отмечала. Чувство одиночества и изоляции. И это, конечно, мешало учебному процессу. И мы в плане внеаудиторной деятельности сделали проект, который назывался «Lockdown Stay Positive». Вы видите его тут, здесь есть на него ссылочка. Мы выбрали, вот, соответственно, критериям студенческих проектов, то есть relevant subject, ну, как, что могло быть тогда релевантнее, чем то, что студенты изолированно сидели в доме. Очень многие, действительно, особенно вот студенты-интроверты, тоже Надежда Михайловна говорила о том, что их надо поощрять, очень страдали. Space for self-expression, их я никак не... никакой модерации работы не производилось, да, то есть в том плане, что я не какие-то жесткие рамки им не давала, не ограничивала в объеме, maximum independence, конечно же, они писали о том, что их волнует. Их тема была друг другу дать советы, да, мысль в том, как оставаться на позитиве в локдауне. Они писали эссе на английском языке, что у нас в итоге получилось. 22 студента, это был добровольный проект, как вся внеаудиторная работа, она, конечно, у нас добровольная, 22 студента захотела принять участие, это был первый курс, факультет международной журналистики, английский как первый иностранный, уровень группы B1+, вот так вот мы их назовем, возраст от 17 до 21 года, средний возраст был 18 лет, что выяснилось, вот когда я стала читать, они все сделали самостоятельно, согласно принципу вот этого вот нашего коллеги из Японии, они создали сайт, они сами все там разместили, то есть мне уже прислали готовую, студенты мне прислали уже готовую ссылку, какая польза была от этого проекта. Первое, с точки зрения языка, я их не просила использовать ни активную лексику, ни активную грамматику, но самое интересное, что все ее использовали. Но это, видимо, может какая-то уже академическая привычка, что если педагог задал что-то, то нужно блеснуть активной лексикой и грамматикой. Мне было прям приятно, как они старательно в своих мыслях все равно пытались внедрить то, что они выучили. И это здорово, потому что они внедряли то, что они выучили в рассуждение на релевантную тему. Рассуждение на ту тему, которая в тот момент волновала нас всех больше всего. То есть произошло вот то самое внедрение активных лексико-грамматических структур в сознание, в речь, в письменную речь студентов.
при том, что я их, опять же, говорю, не просила. Второе, был замечательный фидбэк. Студенты потом писали, что перечитывая вот то, что они читали на сайте, они чувствовали, во-первых, себя вот более включенными, более взаимодействующими друг с другом. Надежда Михайловна Сорокина это отмечала, да, как вот взаимодействие друг с другом. И они находили для себя что-то, как преодолеть вот этот трудный период в их жизни. Это очень важно. Согласно правилам, мы с ними долго обсуждали, будем мы писать имя, фамилию, место. В итоге, так как там были очень такие откровения у некоторых, особенно студенты-интроверты, сказали, что это было прям дало им возможность высказаться на эту тему и почувствовать большое облегчение. Они писали только имена и возраст. Вот они так договорились, потому что некоторые говорили, это очень вот личные вещи, но мои личные вещи могут помочь кому-то. Это очень здорово, потому что, конечно, мотивировать студента на обучение, на то, чтобы чувствовать себя психологически хорошо в любой обстановке, это очень важно при работе в ВУЗе, при работе в любых каких-то экстремальных условиях. Мы сейчас не только, вот как раз на Интеде говорили, что мы сейчас не только учителя, то есть not only do we teach, we navigate, вот в плане. Это в этом плане это очень важно. Tips for further teaching. Что я имею в виду? Очень многие, вот у меня тут, посмотрите, даже подчеркнуто, не знаю, не знаю, насколько это видно, отмечали, кстати, да, и это отмечалось и многими выступающими, что они смогли с более таких интересных позиции подойти к изучению английского языка, и многие из них отмечали, какие темы, например, в каких темах они стали наиболее заинтересованы. Видите, I'm looking forward to summer holidays to learn something new about psychology, and that, honestly, I became more into these two topics after we discussed them at our English classes. И то же самое, additionally, during self-isolation, I have been devoting my time to learning psychology, I was inspired by the stopping during our English classes. То есть, Сергеевна, 2 минуты. Да, у меня уже последний слайд сейчас. Мы сразу поняли, что мы должны увеличить количество времени, которое мы посвящаем этим темам на уроках английского и тему психология и искусство. Уже в этом семестре после такого фидбэка получили дополнительные часы, мы включили психологию и группу практической психологии в курс. И это позволило нам более чутко реагировать на запросы своих студентов. Ну, собственно, вот на этом, наверное, я и завершу практически, потому что посмотреть все это можно вот по тем ссылочкам. Наша старая работа, я на нее ссылалась в некоторых моих работах. То есть не наш, это студенческий старый проект, да, 17-го года, когда мы даже не думали, что мы в пандемии окажемся. Студенческий проект 20-го года. Может быть, кому-то тоже будет интересно почитать, что студенты, как они себя чувствовали, как они подходили, как они боролись. Кто-то, может быть, занимается вот этими вопросами, как они язык используют при этом. И самое важное, знаете, что вот меня больше всего тронуло, поскольку мы сейчас все очень такие современные, в Инстаграме друг на друга подписаны, когда студенты потом писали, еще во время дистанционки моя преподаватель по английскому попросила нас написать сочинение о том, как мы сохраним позитивный настрой на карантине. Это вдохновило меня поделиться своими карантинными открытиями. Вот это как раз мне показалось, что вот тот фидбэк, который мы получали от этих проектов, он очень важный, потому что люди потом это обсуждали даже в Инстаграме уже между собой. Как важно было то, что мы сделали. И мы продолжаем в этом году, сейчас мы обсуждаем какой-то relevant subject для нашего новых проектов. И, пожалуй, наверное, вот на этом я завершу свой доклад с мыслью о том, что как мы должны не просто мотивировать студентов учить английский, но и, может быть, давать им что-то больше. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Коллеги, мы рассмотрели все доклады, посвященные непосредственно онлайн-обучению и смешанному обучению, которое, конечно, наше будущее. Сейчас мы переходим к вопросам вечным. То есть как обучать спонтанной речи, как обучать фонетике. И опять-таки я надеюсь, что вы поделитесь своими конкретными приемами, методами. И на самом деле то, что вы отвечаете онлайн, хорошо, потому что я думаю, что в конце у нас хватит время только на то, чтобы подвести какие-то итоги. И меня очень радует ваша активность
Да, это наш чат просто поразительный. Да, сейчас слово предоставляется Кире Сергеевне. Модель обучения спонтанной речи. Очень интересно. Добрый день, коллеги, здравствуйте. Да, нельзя не согласиться с предыдущим выступающим, нельзя не согласиться с тем, что, конечно, роль и функция преподавателя заключается не только в том, чтобы обучать предмету, а, конечно же, и в повышении мотивации в личностном росте наших студентов. Однозначно. В моем, да, нельзя быть, к сожалению, наши условия современные образовательные не дают этой возможности в полной мере, поскольку нельзя быть учеником Леонардо, не общаясь с Леонардо, да. В моем докладе речь пойдет об обучении спонтанной речи в различных сферах общения. Наша позиция заключается в приоритетном применении методики, актуализирующей отрицание репродуктивного этапа и реализующей обучение именно спонтанной речи путем произведения в процессе осуществления продуктивных речевых действий, которые требуют от учащихся индивидуальных программ, коммуникативных творческих ходов, слово жонглирование. И в этой связи нами создана модель, а если говорить конкретнее, этапизация развития умений. По нашему мнению, об этом мы сегодня уже немножко говорили, но чисто репродуктивный этап, то есть чтение текста, полная передача информации, не является продуктивным занятием, да, не является продуктивным процессом, поскольку все-таки репродукция – это полное воспроизведение текста в той последовательности, в той вербальной оформленности, в которой текст представлен, в то время как каждый коммуникативный акт – это, естественно, порождение нового содержания в связи с ситуацией общения, в связи с коммуникативным намерением. Говоря конкретнее, наша этапизация – это четыре этапа развития продуктивных умений. От элементарных продуктивных умений на первом этапе – это умение в микродиалогическом высказывании, в микромонологическом высказывании. На следующем этапе более продвинутый уровень функциональных типов. И следующий этап, уже завершающий, это именно уровень спонтанной речи, то есть уровень свободного высказывания. На начальном этапе на уровне сверхфразового и диалогического единства представляется важным и актуальным развитие следующих умений. Выражать потенциальные акты коммуникации в их исходной форме, в основных лексических вариантах. Формулировать инициативные и реактивные реплики, что касается непосредственно диалогической формы общения, а также, что касается монологической формы общения, реализовывать в сверхфразовом единстве информативную, оценочную, эмоциональную функцию. На втором этапе, на этапе микродиалогического и микромонологического высказывания, особенно важными становятся следующие действия. Это выявление языкового материала и каких-то непосредственных опор текста, поскольку текст служит не только как речевой стимул, но и в том числе как возможность какого-то лингвистического переноса в свои собственные речевые содержания. Также на втором этапе это такие умения наиболее важны, как употреблять термины, общенаучную лексику, организовывать факты и события в логической хронологической последовательности, оценивать воспринимаемые факты. На следующем этапе речь идет о функциональных типах диалога и монолога. Это умение спонтанной активизации лексики, это умение коммуникативно мотивированного, логического и последовательного изложения своего мнения, это также умение применения соединительных элементов, способствующих правильному структурному оформлению высказывания, использование речевых средств дифференцированного изложения своего мнения, также умение использования приемов аргументации, контраргументации, полемичности высказываний. На четвертом продуктивном этапе уже выхода на свободные высказывания, наиболее важно совершенствование таких умений, как
максимального расширения и заострения ситуации, активизации информации из других областей знаний, то, о чем мы говорим, то, что является сейчас особенно актуальным, межпредметные связи, да, то есть использование внутренних источников, также умение построения новых ассоциативных связей и линий беседы. В связи с теоретическими аспектами были также предложены упражнения и задания, естественно, коммуникативные упражнения и задания, которые предполагают доминанту содержания над средствами выражения и строятся таким образом, чтобы предлагать как можно больше возможностей для самостоятельной творческой деятельности, стимулируя вербальную реакцию учащихся. И соответственно, этим этапом разработан и комплекс заданий. То есть, например, на первом этапе, как я говорила, это самое элементарное умение в сверхфразовом единстве, в диалогическом единстве. Можно предложить, например, любую аннотацию, да, даже какой-то интересной научной статьи. И недостаток лингвистического, индивидуально-речевого опыта, он восполняется, предположим, тем, что люди, которые учатся на данной специальности, они, соответственно, на данном факультете они ориентируются в том, о чем идет речь, и можно сакцентировать их внимание на каких-то ключевых словах, да, на, соответственно, ключевых словах, на интернациональных словах, то есть то, что станет для них опорой. Соответственно, задание на этом уровне. Сформулируйте основную мысль исследования, да, продумайте возможное заглавие данной статьи, да, подтвердите или опровергните тезис, исходя из своих уже профессиональных знаний, да. А также на этом этапе предлагаются задания, упражнения, которые будут готовить к более продвинутому этапу, например, к такому заданию, как интервью. Соберите факты о личности, у которой вы хотите брать интервью, да, представьте эти факты, предложите вопросы возможные, которые могут прозвучать. На следующем этапе студентам также предлагаются задания на структурирование логического последовательного высказывания. Для этого предлагаются опорные схемы, то есть это возможность для студентов предложить свои схемы или те схемы, которые может, соответственно, предложить, промотировать преподаватель, где расписаны коммуникативные ходы участников. То есть, предположим, одна группа ставит проблему, другая аргументирует, другие члены коллектива опровергают информацию или, соответственно, соглашаются с ней, выражают свою оценочную позицию. Функциональные схемы предполагают инвариативность речевых поступков учащихся, обеспечивая уже взаимосцепленность реплик и высокую степень взаимоконтактов. Задача преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы фиксировать студентов на определенных блоках аргументации, контраргументации, предлагать вспомогательные речевые средства, а также разъяснительные комментарии, общие указания, последовательные напоминания. Да? На четвертом этапе в основу развития умений спонтанного общения положено моделирование естественных ситуаций общения. Это латентное, скрытое обучение. В качестве способов моделирования выбраны такие формы речевой активности, как дискуссия, диспут, обсуждение. Но заинтересованность и определенный уже уровень лингвистического опыта, индивидуально-речевого, предполагается, что он формируется на предыдущих этапах работы со студентами. Хотелось бы также отметить, пожалуйста, две минуточки. Да, я заканчиваю. Концептуально важное значение уделяется вариативной составляющей этой модели. Это содержание обучения, которое включает языковой речевой материал, диалогические клише, монологические формулы. Это предметное содержание, то есть ситуации, проблемы, общенаучную лексику, корпус текстов, примеры текстов. Учебный комплекс представлен образцами как текстов, так и творческих заданий в соответствии вот с разработанными этапами обучения. Согласно методической
концепции, нет непосредственной ориентации на конкретный профиль студентов. То есть такую модель, такие этапы и разработанный учебный комплекс можно использовать на разных факультетах в качестве образцов, в качестве примеров, да, добавляя что-то свое или ориентируя на тех студентов, с которыми непосредственно работает педагог. В целом такая система и такая модель способствует тому, чтобы, в общем-то, можно было делать процесс более творческим, более креативным, способствовать именно развитию речевых, продуктивных, коммуникативных умений студентов при небольшой трудоемкости. Повторяется принцип трафаретности платформенных решений. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Кира Сергеевна. Видно, что вы провели очень большое исследование. Конечно, было бы полегче воспринимать информацию, если бы была презентация какая-то, потому что на слух тяжеловато было. И, ну, коллеги, я уже поняла, что призывать бесполезно, то есть вы на что настроились, то и будете докладывать, но все-таки вот хотелось бы в практической части, если можно. А сейчас слово предоставляется Диане Ахмеджановой из нашего филиала в Ташкенте, и она нам расскажет о развитии письменных навыков на английском языке. Да, добрый день, коллеги. Сейчас, секундочку, я пытаюсь. Так, вот оно. Всем все видно и слышно, правда? Отлично. Добрый день. Меня зовут Диана Ахмеджанова. Я доцент кафедры английского языка в ташкентском филиале МГИМО. Выступать я буду на английском, но, как вы видите, отвечать на вопросы и так далее я могу на русском также. В Соединенных Штатах, где я делала свою диссертацию, но мне кажется, self and socially regulated learning, она очень актуальна, особенно вот если So I will very briefly talk about the model of self. Я очень кратко буду говорить о том проекте, которым я занималась. Я использовала несколько конструктов в отношении саморегулируемого обучения. И это используют для того, чтобы облегчить достижение академических целей. Не буду вдаваться в подробности. Итак, исследования по социально регулируемому обучению признает, что необходимо люди, технология, окружающая среда содействуют этому процессу. Можно сказать, чтобы она так не тараторила. Мы говорим об обучении либо в сфере, ну, либо она замедлится как-то, потому что так быстро читать это невозможно. В моем исследовании я использовала модели социально регулированного обучения письму. Это были процессы, которые являются внутренними для студента и внешними для студента. И рассматривается в социальном контексте. Если мы посмотрим на обучение письму, все начинается с обучения письму с инструкцией, которую получают студенты. Необходимо сформулировать цели и критерии. Со своей стороны, что облегчается интерпретацией, и затем эти цели обучения письму связаны с тем, как студенты выбирают различную стратегию. И помимо всех этих процессов необходимо также признать, эти внутренние процессы приходят к определенным результатам. И это связано с... Нет, ну это невозможно. Ну, попробуй, потому что это невозможно. Девочка читает. Еще один важный шаг – это интерпретация той информации, которую мы получаем от студентов, от преподавателей, с тем, чтобы они могли рефиксировать по всему процессу, что как раз-таки обеспечит их расширение знаний, их новую стратегию получения этих знаний. С точки зрения учителей, они могут улучшить свой подход к преподаванию. Все эти процессы происходят в социально-культурном процессе.
Поэтому здесь пилотное исследование, оно было проведено с тем, чтобы определить и найти ответы на следующие вопросы в рамках исследования. Прежде всего, я хотел бы понять, если вот этот вот элемент включает этот элемент в нашу работу, можем мы улучшить непосредственно результатное описание эссе и как они воспринимают этот компонент саморегулирования. Я использовала смешанный метод дизайна с тем, чтобы проводить интервью в рамках каждого отдельного случая, каждого отдельного кейса. Каждый студент контролировал себя самостоятельно, поскольку здесь в рамках базового сценария в рамках фазы А они отвечали на этот вопрос, а в рамках фазы Б они как раз-таки отвечали на вопрос тому, как им действительно удалось использовать это для улучшения саморегулирования и дальнейших результатах. Мы развивали как раз-таки... Этот подход был разработан в рамках исследования МакАртура, и мои студенты как раз-таки получили огромное количество различных темплейтов, которые они использовали, поэтому они как раз-таки смогли отслеживать этот прогресс. В добавление к этому я учил своих студентов различным типам грамматических структур, которые им были необходимы в рамках их работы. Поэтому как раз это были студенты из Южной Кореи, и они в основном были студентами первого года обучения. С тем, чтобы отследить их результаты, с тем, чтобы как раз-таки исследовать те навыки, которые они получали, мы подготовили специальную систему. Это журнал по самоконтролю. Это здесь мы отметили ту точность, с которой они смогли определить те ошибки, которые мы с вами допускали. Я собрал огромное количество данных, которые необходимо было трансформировать в количественный анализ. Здесь у нас как раз-таки было огромное количество эссе, которые мы исследовали. И здесь у нас подход, возможно, был не идеальным, но он был достаточным, поэтому как раз-таки многие результаты были довольно высокого уровня. И на самом деле вот этот ноль, который здесь обозначен, не значит, что мы не согласны, это наоборот. Это значит то, что у нас было 100% соглашение с этими критериями. И другая фокус-группа в рамках интервью. Это два эксперта, которых мы использовали. С точки зрения анализа данных, мы использовали данные эссей и сериал данных. Здесь у нас как раз-таки был двухуровневый моделированный анализ, в рамках которого мы смогли понять, какие были результаты. Если мы посмотрим на результаты на этом слайде, это как раз-таки результаты по данным по эссе, это результаты единого уровня. Здесь у нас несколько колонок, такие как развитие, фокусировка и организация, уровень, подход к этому всему. И у них было 23 различных поля, которые они заполняли. Это как раз-таки смогло помочь взглянуть на общую картину. И если мы взглянем с другого подхода, здесь у нас есть как критерии, так и подкритерии. Поэтому здесь взаимодействие с преподавателями смогло увеличить результаты в написании эссе, но мы понимаем, что это был не основной элемент, который помог и способствовал их развитию. Поэтому с точки зрения саморегулированного образования здесь у нас серьезное разочарование, поскольку в рамках этого анализа мы понимаем, что тот уровень, на который мы были нацелены изначально, не был достигнут. Поэтому здесь у нас есть в одном случае лишь репрезентативная выборка, где мы понимаем, что те результаты, на которые мы были нацелены, не были достигнуты. С точки зрения двухуровневого анализа, мы понимаем незначительное улучшение в этом отношении. Это статистически незначительный показатель. Все остальные компоненты имеют непосредственно отрицательное влияние на их развитие в этом компоненте. Поэтому как раз исследование в рамках саморегулированного образования мы проводили и после написания эссе, но здесь я не смогла определить статистически значимые результаты, которые бы могли дать нам понять, как это было улучшено в этом отношении. В рамках интервью фокус-групп я задал вопрос своим студентам, как они работали, где они должны были рефлексировать по своему прогрессу.
Но к концу семестра они начали забывать о своей цели, поскольку этот очень сложный, долгий опросник, и они просто забывали, в чем цель этого опросника. С точки зрения получения навыков, они сказали, что они оценивали, высоко оценивали как раз таки навыки, которые получили они с точки зрения управления временем, с точки зрения управления их окружающей среды, но они не смогли учиться сами навыки написания эссе. У вас есть 2 минуты. Если мы как раз-таки разместим эти результаты в рамках нашей модели, я могу отметить то, что в рамках этого исследования понятно, что есть некоторые компоненты, которые были улучшены, но на самом деле навыки написания не улучшились по сравнению с их предыдущим подходом. В рамках своих опросов они заявили о довольно положительном опыте получения обратной связи со стороны студентов и иногда со стороны преподавателей. Есть некоторые ограничения, так как это размер выборки. Это те данные, которые мы получили, которые не всегда нам позволяли эмпирическим способом выявить те слабые места, которые стали бы непосредственно нашим камнем преткновения. Какие выводы мы получили? Здесь в рамках саморегулируемого образования и социально регулируемого образования с точки зрения преподавания иностранного языка это довольно интересный подход, но он должен использоваться в комплексе с другими подходами. Именно так мы можем добиться максимальной эффективности. Спасибо большое, Диана. Сейчас у нас тема инфографика как способ визуализации учебного материала. Зурия Турбиевна нам расскажет. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Так, сейчас я посмотрю, запустить хотелось бы презентацию. Так, сейчас, секундочку, вы извините. Презентацию же видно, да? Да. Да, спасибо. Итак, я представляю Адыгейский государственный университет. Вот уже несколько лет я преподаю английский и арабский язык и использую активно визуальные средства в преподавании этих языков. И сегодня я бы хотела поделиться именно о способе таком вот, ну, не уже давно, я думаю, все слышали о нем, естественно, многие применяют, потому что на самом деле очень сложно себе представить в изложении какой-либо информации в различных сферах жизни без визуализации. В современных условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий и их активное вхождение во все сферы жизни способствовали порождению качественно новых познавательных методов у обучающихся в различных образовательных областях. Сегодня очень трудно представить преподавание и изучение иностранных языков без применения этих технологий. Одним из самых эффективных технологий, направленных на оптимизацию обучения иностранным языкам, служит инфографика, то есть графический способ подачи данных, знаний, цель которого быстро, четко и качественно преподнести сложную информацию. Следует признать, что графическая информация, как правило, воспринимается проще, нежели текстовая. Несколько страниц текста запомнить, несомненно, сложно. Однако, если этот текст визуализировать, то есть представить в виде изображения, таблиц, схем, символов, то это будет способствовать более быстрому запоминанию и более глубокому пониманию информации. Интерес к визуализации объясняется и развитием, собственно, человеческой деятельности, нарастанием потоков информации, для освоения которой традиционные методы и средства становятся уже непригодными. Для дальнейшего накопления, освоения, хранения, переработки и передачи информации необходимы новые, компактные, можно сказать, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъекта. И визуализация, на наш взгляд, одно из этих средств. Реализация основной дидактической цели инфографики как способа визуализации в обучении иностранным языкам направлена на увеличение доли невербальных средств обучения, которые позволяют расширить возможности холистического восприятия языкового учебного материала.
Сегодня я бы хотела поговорить с вами именно о целесообразности применения инфографики как средства визуализации в обучении арабскому и английскому языку и поделиться опытом применения инфографики в качестве визуализации языкового учебного материала при обучении английскому и арабскому языках, которые вот, были апробированы на факультете иностранных языков Адыгейского государственного университета. Существующий учебный языковой материал с визуальными компонентами на основе инфографики был разработан специально для бакалавров факультета иностранных языков по направлению подготовки лингвистика, а также для исторического факультета для бакалавров исторического факультета по направлению подготовки история международных отношений. При помощи созданного нами языкового материала с инфографикой, активно применяемого как на практических занятиях, так и в внеаудиторной работе, наши бакалавры эффективно совершенствовали свои языковые навыки в различных видах речевой деятельности. Так в чем же, собственно, заключается достоинство использования данного средства изложения материала? Ну, во-первых, это наглядность, да, в наглядности изображения материала. Здесь используется и минимальное количество слов, всевозможные графические средства, цветные картинки, символы. А во-вторых, инфографика занимает непосредственно мало места. То есть здесь нет большого количества страниц сплошного текста, материал представлен в достаточно сжатом виде. И в-третьих, представленная информация уже обработана, систематизирована и представлена в виде ключевых понятий. Специфическими характеристиками инфографики таким образом можно считать главное – это упрощенность, поскольку для лучшего восприятия и понимания языковой информации отбирается только самое основное, а также структурность, да, то есть логическое изложение, логически последовательное изложение содержания языкового материала, которое соответствует, ну, собственно, вот, строгой, четкой структуре. Инфографику можно создать в двух разных форматах. Статичной, которая будет отображена в виде графического изображения без анимированных каких-то элементов. Также динамической, то есть графическое отображение с добавлением анимации. Тут, конечно, нельзя не отметить достоинство динамической именно инфографики, поскольку здесь не только наглядность, но еще и аудиальный ряд присутствует. Таким образом же и где данная технология может быть использована на занятиях по иностранному языку. На самом деле широта применения позволяет использовать ее практически на любом языковом аспекте и на различных уровнях изучения языка. На начальном уровне, скажем, использование инфографики может быть применено для введения или закрепления лексического материала, для систематизации систем времен, случаев употребления артиклей и другие грамматические темы. Также мы активно применяем инфографику в рамках таких аспектов, как реферирование статей, устная практика, страноведение. Несомненно, особую сложность представляет выделение необходимой информации студентами в аутентичных текстах большого объема, который вот предназначен для реферирования. И здесь как раз-таки в помощь приходит инфографика. Я хотела бы сказать, что долгое время я предоставляла готовый языковой материал в виде инфографики, которую сама разрабатывала, но последние 4 года активно внедрила практику создания инфографик самими обучающимися. И я очень довольна результатом, поскольку разница, конечно, колоссальная в плане восприятия информации, когда обучающийся сам анализирует, систематизирует и излагает учебный материал именно в том виде, в котором он это видит, естественно, с помощью средств инфографики. Чем выше уровень языка, тем, естественно, больше возможностей для составления данных инфографик самими студентами. То есть в таком случае работа будет носить более аналитический характер, да? То есть студенты легче и быстрее будут усваивать и закреплять необходимый языковой материал. Данный вид работы способствует развивать критическое, творческое, визуальное мышление, системное восприятие изучаемого материала. Освоить создание инфографики в настоящее время можно без всяких проблем, совершенно самостоятельно при помощи специальных онлайн-сервисов, например, вот PictoChart, Canva, Easel, Infograph. То есть здесь просто великолепно. Я больше всего отдаю предпочтение к сайту Canva. Там просто широкий спектр возможностей на абсолютно там от сложного, от легкого до самых сложных работ, поэтому здесь уже на усмотрение самого обучающегося.
А в результате применения инфографики была отмечена выраженная положительная динамика, качество запоминания языкового материала обучающимся значительно возросло, что нашло непременно свое отражение во время устных письменных опросов на практических занятиях, да, во время текущего промежуточного контроля знаний. Не могу не отметить, что увеличился познавательный интерес и мотивация к изучению иностранного языка. Мне было безумно приятно, когда я узнала от коллег, что обучающиеся используют инфографику и в других дисциплинах, то есть особенно там, где огромный лекционный материал, то есть текстовая информация, очень многие обучающиеся применяли также инфографику. Я бы хотела теперь поделиться работами своих обучающихся, чтобы наглядно показать вам, какие... Тут, конечно, есть очень много, скажем так, понятно, что каждый человек будет видеть ту или иную грамматическую тему по-своему, то есть у кого-то будут одни цветовые предпочтения, у кого-то другие, но самое главное, что обучающийся прорабатывает этот языковой материал сам и максимально способствует тому, что человек запоминает и понимает этот материал очень качественно. И, соответственно, такая информация, которую человек сам проработал самостоятельными усилиями, соответственно, способствует более длительному хранению в памяти. Зарядно, вот. Две минуты. Да, спасибо. Да, сейчас, секундочку, вот я уже... Просто буквально хочу вам просто немножечко вот здесь вот показать. Я тут, естественно, у меня тут все вместе, и с и обучающийся на английском языку, и обучающийся арабскому языку, вот инфографики. Здесь можно увидеть, что, ну, если мы берем, допустим, определенный артикль, да, понятно, что здесь не все способы. Это у нас инфографики, представленные студентами. На начальном этапе, соответственно, здесь не так много информации, то есть самые базисные. Вот здесь вот с левой стороны вы можете увидеть инфографику с небольшой такой анимацией. Так, это все самостоятельно работы учащихся. Я посчитала, что лучше ими поделиться, чем с своими, чтобы можно было вам показать, как именно работают обучающиеся. Спасибо вам большое за внимание. Я, если есть вопросы, я, конечно, отвечу на них. Благодарю вас за внимание. Извините, если задержала. Спасибо большое. Вы не задержали, но самое интересное, как всегда, оставили под конец. Потому что было бы интересно посмотреть, вот как оно работает. Хорошо. Спасибо большое. Сейчас будет доклад, который, даже в названии которого содержится вопрос, а что мне за это будет, который, я думаю, находит отклик во всех наших сердцах, потому что студенты все больше и больше, я не знаю, как у вас, но у нас точно, очень сосредоточены на оценках. Иногда создается впечатление, что их больше ничего особенно не волнует. А вот что мне за это будет? И нам сейчас... Наталья Витальевна расскажет про опыт использования безоценочных заданий в курсе практической фонетики. Да, здравствуйте, коллеги. Очень рада присутствовать на вашей конференции. Большое спасибо организаторам. В самом деле чудесный подбор секционных докладов, что бывает очень редко. Как-то случается, что попадаешь совершенно не в свою тарелку, что называется. Значит, уважаемые коллеги, я, наверное, внемлю требованиям Ольги Анатольевны о том, что перейти к тому, что самое интересное. Сделаю только небольшой ввод по своей работе, потому что этого требует, так сказать, обсуждения результатов. Значит, более подробно можно будет прочитать в сборнике материалов в статье. Значит, основной целью исследования было понять, каким образом мы можем соотносить оценочные и безоценочные задания. Значит, мы в этом году, в сентябре, мы начали новую программу, вернее, рабочую программу дисциплины по практической фонетике для первого курса нашего университета, Национального технологического исследовательского университета НИСИС, для первых курсов лингвистов. Мы решили, что мы сделаем ее чуть-чуть по-другому, с использованием LMS Canvas, который у нас уже давно в университете используется. И почему мы так решили? Потому что мы сделали огромный набор студентов.
Значит, у нас традиционно было 100-120 студентов на потоке. Теперь у нас, значит, в этом году поступили к нам 264 студента. Значит, это был первый курс, первый семестр. Часы в рабочей программе распределились так, что 34 часа – это аудиторная работа, 38 часов – это самостоятельная работа и 36 часов – на контроль, потому что в первом семестре у нас был экзамен по практической фонетике. К сожалению, есть некоторые особенности в составлении учебного плана у нас в НИТУ МИСИС, потому что не все зависит от кафедры, и не все зависит от министерских стандартов. В НИТУ МИСИС есть свой образовательный стандарт, в соответствии с которым наши учебные планы корректируются. Значит, вот была такая задача. Соответственно, на этом потоке в 264 студентам были задействованы 8 преподавателей. Значит, смотрите, что получается. Основная цель курса, я была разработчиком программы, я уже давно преподаю на практической фонетике, но особенность этого года еще заключалась в том, что этот год, как и предыдущий, то есть два последних года, у нас в университете действует система индивидуальных образовательных траекторий, в соответствии с которыми практическая фонетика как дисциплина перестала быть обязательной на втором курсе. То есть ситуация такая, что первый курс – обязательная практическая фонетика, и все. Студенты, в принципе, могут не выбрать другие фонетические дисциплины на последующих годах обучения в бакалавриате, что, конечно, представляется некоторой катастрофой. Однако мы решили, что нужно с этим каким-то образом бороться и взять это под контроль. Значит, вот что получилось. В первом семестре основной целью было обучение фонетико-фонологической компетенции в таком объеме, что мы изучали вокалическую систему сначала английского языка, потом очень общее такое, совершенно не теоретизированное, но общее представление о компонентах интонации и вкрапление интонационных контуров с 1 по 6 по антипу. Значит, материалами были наши советские, совершенно хорошо себя зарекомендовавшие учебники, но с новым аутентичным материалом. Основной учебник мы решили взять тоже такой традиционной в практической фонетике первого-второго курса, это Энн Бейкер, Sheep or Ship, но, опять же, разбавленные разными материалами аутентичными, аудио и видео. Кроме того, использовался корпус нашего факультета, который тоже я имею удовольствие, так сказать, создавать. Значит, что, вот перехожу к самому такому интересному, которая, наверное, тоже перекликается с предыдущими докладчиками по поводу self-regulating, learner autonomy и так далее, других таких концептов организации персонального личного пространства и так далее. Значит, смотрите, что мы придумали. Как мне кажется, это была совершенно гениальная задумка. Мы с коллегами встречаемся раз в неделю, потому что я являюсь координатором, и мы встречаемся раз в неделю в Zoom, обсуждаем текущие проблемы вот уже, значит, на протяжении второго семестра. Значит, в первом семестре, естественно, рабочая программа дисциплины, там, как я только ее создавала, самостоятельно, мы ее обсудили, мы решили, что да, мы так сделаем. Я вам сейчас покажу, как это выглядит в Canvas. Значит, мы решили, что у нас будут оценочные и безоценочные задания. В Canvas это легко сделать. Мало того, безоценочные задания можно сделать пререквизитом к выполнению оценочных. То есть вот я делаю какое-то количество безоценочных заданий, и только потом оценочные задания, то есть те, за которые я получаю баллы, открываются. Значит, таких заданий, которые были оценены, их 19 всего во всем курсе в семестре, и безоценочных, соответственно, 41. Но тоже, как коллега упоминала, есть некий такой теоретическое обоснование, почему так можно сделать, и как направлять эту учебную автономию и прочее, прочее. Значит, я составила так называемый tentative plan, в котором было все. Значит, я покажу вам чуть позже Canvas, как он выглядит. Я расписала прямо по дням недели, что ты в понедельник делаешь такое упражнение, оно у тебя занимает столько минут, ты за него ничего не получаешь. Дальше ты переходишь к такому упражнению. Все это было сделано исключительно с учетом вот этих 38 часов самостоятельной работы в семестре.
То есть у детей не было ни cognitive overload, ни working overload. Да, что, то есть они могли совершенно нормально работать по 15-20 минут в день, не каждый день, над безоценочными заданиями. Нам казалось, что таким образом, что это, мы же тренируем практическую фонетику, то есть это такие упражнения, грубо говоря, в фитнес-зале. Они необходимы, их нужно делать, и они принесут тебе очень, очень большую пользу, когда ты выйдешь в конце недели на те задания, которые оцениваются. Значит, смотрим, что у нас получилось. Вот у нас такой канвас. Сейчас я вам продемонстрирую несколько заданий. Значит, у нас был вот такой вот модуль с теоретическими заданиями, вот все встроено в Canvas, упражнения на артикуляцию, здесь что нужно было сделать? Здесь нужно было прочитать вот этот текст, дальше посмотреть вот эти видео BBC Learning English, дальше сделать вот эти упражнения, никуда не надо было ходить, все встроено, ты нажимаешь на кнопочку, можешь работать со своего телефона или с компьютера, все играет и поет. И вот такой вот диалог, размеченный тоже со встроенным аудио. И тест, он называется Practice Quiz, ровно потому, что ты можешь его проходить на 10 минут, обращу ваше внимание. Можешь его проходить, чтобы повторить вот этот вот немножко теоретический материал, который дан в презентации, который в 6, максимум 9 слайдов, с инфографикой, встроенными всевозможными диаграммами и прочим, чтобы было легче понимать, да, вот эти сложные концепты интенционных компонентов. И все. Значит, что у нас получается в итоге? Значит, наш первоначальный план... Наш первоначальный план такой радужный, который заключался в том, что студенты набирают 70 баллов за семестр, и 30 баллов у них идет на экзамен. Сломался тут же. Мы вынуждены были в ноябре поменять полностью этот план, сказав, что окей, ребята, мы немножко вам даем за безоценочные задания, немножко даем вам баллов. И в январе совершенно еще раз поменять этот план, потому что все равно ребята ничего не делали. Значит, вот такая вот получается картинка с теми, кто выполнял по 264 студентам в 16 академических группах. Значит, все задания, максимум 41 задание, выполнили 39% студентов, но ровно такое же количество, 100 человек, 38%, не сделали ничего. Средний балл, который в ПИЗе варьирует вот тут вот 15% и 8%, мы его вообще можем не считать. Причем интересно, что из 100 человек, которые не сделали ничего, 41 не сделал вообще ничего. Вообще ни одного задания. Остальные сделали хоть 1-2. А из тех, кто сделал все, только 2 человека сделали все. Полностью. Все 41, все 41 задание от сентября до декабря. Значит, какие выводы? Выводы не хитрые, но очень печальные. Значит, тут можно говорить о многом и много теоретических оснований под это подводить. Одним словом, значит, фонетика не тренируется в любом случае. Безоценочные задания оказываются неэффективными с тем посылом, с которым мы их делали. Преподаватели страшно заняты, не хотят, не могут мотивировать и говорят, а как я буду проверять эти безоценочные задания, потому что я руководитель этой программы, я сказала, ребят, ставьте галочку, что оно просто сделано, потому что это как ты занимаешься в фитнес-клубе, ты сделал свои упражнения, молодец, а то как ты их сделаешь, ты будешь оценивать на диалоге, значит, это тоже не сработало, то есть особая работа с преподавателями тоже здесь нужна. Одним словом, в этом семестре мы отказались начисто от безоценочных упражнений. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. На самом деле очень, очень интересно. И, по-моему, подтверждает то, что я сказала, что без оценок они не готовы работать, к сожалению. Абсолютно. Опыт очень интересный. Замечательно. Спасибо большое. Теперь у нас тоже очень интересная тема. Задание открытого типа как средство активизации творческой познавательной деятельности будущих переводчиков. Очень интересно. Инна Владимировна вам расскажет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас позвольте мне настроить
экран. Угу. Видно? Да, все видно. Все видно и слышно. Угу. Еще раз, здравствуйте. В своем выступлении мне хотелось бы поделиться с вами опытом работы с заданиями открытого типа на занятиях по практике речи с будущими переводчиками. Буквально небольшая вводная по пожеланиям Ольги Анатольевны. Коммуникативный подход, как один из методов изучения иностранных языков, прочно вошел в университетскую практику, в том числе при подготовке будущих переводчиков. И при коммуникативном подходе стали широко использоваться задания открытого типа в рамках дидактической системы, которая ориентирована на личность обучаемых, способствует развитию их исследовательской и творческой деятельности. Этот вид заданий исключает единственно верный вариант ответа – решение выполнения задания. Если студенты не могут жестко регламентироваться по времени и строго контролироваться преподавателем, в этом тоже есть свои плюсы. В упражнениях открытого типа внимание сосредоточено преимущественно на содержании высказывания. Студенты обладают большей свободой в определении этого содержания, выдвижении гипотез, в выборе и комбинировании языковых средств. Упражнения этого типа могут быть разного уровня сложности, но именно к этой группе относятся все подлинные коммуникативные упражнения. К заданиям этого типа относятся упражнения, которые вы можете видеть на слайде. И сразу же перехожу к практике. В качестве примера мы хотим показать вам алгоритм выполнения заданий этого типа. Причем мы давно уже занимаемся и уже опробировали в течение большого количества времени упражнения этого типа. Но хотим вам представить два задания, которые взаимосвязаны друг с другом, и первое из которых является разминкой перед основным упражнением. Здесь основными видами заданий являются упражнения на выдвижение и проверку гипотез, prediction, на генерацию идей, brainstorming, на выявление и сопоставление точек зрения, позиций, выбор, подбор и предъявление аргументации, ranking, discussion, problem solving. Студентам предлагается в качестве разминки в начале занятия небольшой текст с измененным порядком предложений. Группа делится на микрогруппы, выбирается лидер в каждой микрогруппе и начинается работа над восстановлением последовательности событий. Я позволю себе буквально в двух словах кратко изложить содержание. Утром босс, руководитель фабрики, приходит на предприятие и говорит сторожу Питеру, что он собирается в Нью-Йорк на деловую поездку. Питер ему говорит, ни в коем случае не летите. Мне сегодня приснился сон, что самолет должен потерпеть крушение. Босс прислушался, отменил поездку. Что вы думаете, на следующий день произошло крушение самолета? Босс благодарит Питера, дарит ему хороший подарок и увольняет его. Задание. Пожалуйста, ответьте на вопрос в микрогруппах. Why did the boss sack Peter? Начинается горячее обсуждение, выдвижение всяческих предположений. Но когда задание выполнено, проверено уже и отвечен на этот вопрос, выясняется, что практически никто вот в течение очень многих лет, я даю это задание как на разминку несколько уже лет подряд, не отвечают на этот вопрос. Есть все, кроме правильного ответа. Конечно же, ответ простой. Кто-то бывает, нет, но чаще всего кто-то самый внимательный говорит, что правильный ответ, конечно же,
Кем работал Питер? Кем? Он работал сторожем. В чем заключается работа Питера? Сторожить предприятие, а не спать в это время, да, во время чего вот и увидел эту неприятность, да, с самолетом босса. Итак, первое занятие, задание пройдено, что называется, студенты tune to working, и дается второе задание. Второе упражнение основывается на принципе информационного неравновесия, information gap activity. Это еще один вид задания открытого типа, при котором участники речевого общения не владеют всей полнотой информации и только по мере выполнения задания последовательно получают все более полный объем сведений. Желание заполнить информационные пробелы является основным мотивом этого речевого взаимодействия. В нем также используются задания на имитационное игровое моделирование – role play, simulation. Задание состоит из нескольких этапов. На первом этапе студенты опять разбиваются на микрогруппы или остаются в тех же микрогруппах, и им предлагается фотография молодого человека приятной наружности. Каждая группа составляет его словесный портрет, отвечает на вопросы преподавателя о его возрасте, происхождении, образовании, роде деятельности, личных качествах и впечатления, которые он производит. На следующем этапе группы получают список новой лексики с дефинициями, которые они должны соотнести, потому что они, как вы видите, в перепутанном порядке. Студенты, слова, которые отмечены звездочкой, отмечены и относятся к сфере юриспруденции и судебной практики. То есть мы потихоньку подводим их к основному заданию студентов. Далее студенты получают текст, где главным действующим лицом является этот молодой человек с фотографии. Студенты с удивлением узнают, как правило, что он оказывается мошенником, который входит в доверие к людям, в том числе близким знакомым, целью завладеть их деньгами, которые он бездумно тратит на дорогие вещи, на путешествия и так далее. Ну и последний этап – это парная работа. Простите, пожалуйста, я чуть-чуть вперед пошла, вернее, запоздала. Дается текст студентам, это предыдущий, я описываю, этап. И вот он текст, где главный герой – человек с фотографией, и еще раз, это мошенник. Да. Итак. Две минуты. Ага, хорошо, я уже заканчиваю. И последний этап – это парная работа, ролевая игра, где один студент – это герой нашей истории, а второй – журналист, который берет у него интервью. В ходе опроса мы получили отзывы студентов об использовании задания открытого типа. С ними вы можете познакомиться на этом слайде. Обратная связь со студентами дает возможность увидеть и оценить потенциал этого вида открытых заданий. И мы выяснили, что наиболее интересными и продуктивными стали упражнения на выдвижение идей, на выявление мнений, сравнение позиций, выбор и представление доказательств, а также упражнения на моделирование важных ситуаций, проблем, поиски их решения, ролевые игры и задания на информационное неравновесие. Надо отметить, что помимо достижения учебных целей, выполнение заданий подобного типа обеспечивает развитие критичности, пластичности мышления, позволяет выявить своеобразие, нестандартность мышления, а прием сопоставления различных, а иногда даже противоположных точек зрения очень удобен для работы в парах и микрогруппах за счет активизации эмоционального компонента. Особенно это важно, когда одной группе дается задача отстаивания определенной позиции, а другой ее критическое восприятие. И финал. Задание открытого типа закрепляют
навыки группового, коллективного взаимодействия, что способствует активизации творческой, познавательной деятельности будущих переводчиков. Спасибо за внимание. Спасибо большое. По-моему, очень интересно и очень много идей, которые мы можем все так или иначе использовать. Следующее выступление у нас Юлия Валерьевна расскажет о разработке классификации способов лингводидактической адаптации язычных текстов, что тоже очень актуально. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, хотелось бы поделиться некоторыми наработками по отдельным вопросам адаптации язычных текстов. В настоящее время мы все знаем, что в лингводидактике при подготовке учебных материалов доминирует принцип аутентичности, то есть используются материалы, которые заимствуются из реальной жизни страны. И в настоящее время нет недостатка в таких материалах, доступны самые разные ресурсы. И скорее проблема заключается не в поиске таких материалов, а в их отборе. Но в то же время проблемой аутентичных текстов является несоответствие их уровня сложности уровню владения языком обучающегося. И в таком случае на помощь приходит адаптация. В лингводидактике это понятие трактуется как узко, так и широко, но традиционно все-таки адаптация связывается в основном с упрощением текста. И на самом деле с адаптацией текстов преподавателям приходится сталкиваться намного чаще, чем кажется. И, например, даже снабжение текста глоссарием или, например, выбор из какого-то объемного текста фрагмента для чтения – это тоже адаптация текста. И, по сути, можно утверждать, что, в общем-то, в той или иной степени все преподаватели иностранного языка владеют так или иначе навыками адаптации текстов. Но, с другой стороны, чтобы аутентичный текст начал использоваться как средство обучения, то есть как учебный материал, необходимо, чтобы этот текст соответствовал ряду характеристик, ряду требований, в частности, тем, которые вы видите на слайде. И здесь проблема отбора текстов становится еще более острой. И в таких случаях, чтобы привести в соответствие как раз аутентичные тексты необходимым требованиям и характеристикам учебных текстов, на помощь, опять же, приходит адаптация. Ну, нужно сделать небольшой экскурс все-таки в теории вопроса и сказать о том, что вопросами адаптации текста в нашей стране занимаются уже более 50 лет. В частности, одним из первых был Аполлон Анатольевич Вейза, который предложил в рамках адаптации различать комментирование и трансформацию. Два аспекта. Комментирование связано с обработкой текста, так сказать, за его пределами. Это может быть разработка предтекстовых или послетекстовых заданий, глоссариев и так далее. Трансформация же нацелена на преобразование самого текста, самой ткани текста. И Вейза предложил выделять ряд приемов адаптации, которые можно применить непосредственно к тексту. На исследованиях Вейза в дальнейшем базировались многие другие исследования. В частности, в качестве критериев классификации приемов были предложены, например, две группы. Было предложено Анной Владимировной Брыгиной выделять нелингвистические и лингвистические приемы в зависимости от того, нацелены ли они на языковую сторону текста или на структурную, на композиционную сторону текста. И здесь также нужно отметить тот факт, что в основном вопросы адаптации рассматривались на материале художественных текстов, но в последнее время нехудожественные тексты также вызывают большой интерес у исследователей. В частности, Светлана Владимировна Первухина пошла по одному из направлений, которые можно сейчас выявить в вопросах адаптации исследования, точнее, вопросов адаптации текста. Первухина пошла по пути дифференциации
видов адаптации и, в частности, предложила выделять различные ее виды в зависимости от того, кто, для кого, что и как адаптирует, а также в зависимости от того, направлена ли она на композицию или на преобразование семантики или на преобразование прагматики, прагматической цели использования текста. Другой полюс, если можно так сказать, в этом направлении составляет работы, в которых исследователи идут по пути наибольшего обобщения существующих приемов или методов, как они называют, адаптации, сводя их вплоть до двух. Но, на наш взгляд, такой подход лишает адаптаторы, в частности, преподавателей, которые хотели бы каким-то образом адаптировать аутентичный текст к различным целям его использования в учебной аудитории. Такой подход лишает адаптаторов возможности выбора среди различных приемов, способов, видов и методов. И также нужно отметить, что вообще адаптация художественных и нехудожественных текстов, как представляется, должна решаться различными средствами и различными путями, поскольку при адаптации художественных текстов приходится принимать во внимание такие категории художественных текстов, как сюжет, фабула, композиции, система персонажей, наличие сюжетообразующих, несюжетообразующих фрагментов. Поэтому в дальнейшем будет речь идти скорее об адаптации нехудожественных текстов. И можно предложить при разработке классификации способов адаптации текста опираться скорее на те проблемы, те задачи, которые стоят перед адаптатором, и те проблемы и расхождения как раз уровня сложности текста и уровня владения иностранным языком обучающихся, которые могут возникнуть. Так, например, перед адаптатором встает вопрос, как адаптировать текст, затрагивать, собственно, текстовую ткань его или не затрагивать, и это имеет отношение к типу адаптации. Далее встает вопрос об объеме текста, необходимо ли его уменьшить или необходимо сохранить тот же объем. И, наконец, сложность могут вызывать различные единицы лингвистические, как это могут быть как слова, то есть это могут быть лексические единицы, так и словосочетания, предложения, наконец, абзацы или целые фрагменты. В таком случае мы уже выходим даже и не на уровень синтаксиса, а уже на уровень целого текста. И таким образом это, в общем, основные задачи, основные проблемы, которые могут возникать при адаптации текста. И что касается способов адаптации, то здесь частично можно позаимствовать те приемы, которые выделял еще Аполлон Анатольевич Вейза, комментирование, например. Но в основном здесь мы обратились к работам Леонида Степановича Бархударова, работам по типологии переводческих преобразований. И, как нам представляется, здесь можно опираться как раз на основные типы переводческих трансформаций, такие как добавление, опущение, замена и перестановки. И, кроме того, к более частным преобразованиям, которые могут встречаться при переводе, и заимствовать их в процедуру адаптации текста. Если попытаться привести в соответствие выделяемые критерии и способы адаптации текста, можно предложить, например, расположить это в таком виде, где L обозначает лексический уровень, S – синтаксический и выше. Юлия Валерьевна, извините, две минутки. Да, да, укладываюсь. И таким образом видно, что определенные способы адаптации текстов могут использоваться либо только на лексическом уровне, либо только на синтаксическом, либо на том и на другом. И таким образом можно наглядно представить основной, конечно же, не исчерпывающий, но основной инструментарий, к которому могут обращаться адаптаторы, в том числе преподаватели иностранных языков, при необходимости адаптации иноязычных текстов. И в качестве вывода можно сказать о том, что сейчас адаптация текстов вызывает большой интерес, и
эту область далеко нельзя считать исследованной окончательно, потому что существует очень много факторов, которые вмешиваются в процесс адаптации, влияют на него. Экстралингвистический — цель использования текста, лингвистический — это особенности самого текста. И в дальнейшем необходимо, конечно же, уточнять и классифицировать способы в зависимости от того, с какими текстами мы имеем дело, с художественными, с нехудожественными, в зависимости от того, о каком типе текста, о каком формате текста идет речь, о каком функциональном стиле и жанре текста идет речь. И, как мне кажется, здесь еще перспективы самые и самые широкие. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия Валерьевна. На самом деле для меня ваша презентация имела чисто практический интерес, потому что, будучи автором учебников, я этим занимаюсь постоянно, и я примеряла все ваши критерии к тому, что я делаю. И да, мы и комментирование, и уменьшение в объеме, и объяснение, упрощение там, лексическое, вот даже на четвертом курсе политические тексты. То есть вот все это очень жизненно и практическую ценность имеет. Спасибо. Мы с вами, должна сказать, дорогие коллеги, очень хорошо работаем, очень дисциплинированно, и поэтому у нас точно останется время на вопросы. Поэтому вот запишите себе то, что вы еще хотели спросить, очень хотели, но еще не успели спросить. А пока мы предоставляем слово моей коллеге Майе Викторовне с нашей кафедры. Она нам расскажет о разработке программы учения языку Сосили. Да, спасибо большое, Ольга Анатольевна. Спасибо. Очень рада сегодня всех видеть, несмотря на то, что мы вроде бы в Зуме, полный эффект присутствия. В общем, у меня такое ощущение, что мы как будто на конференции все, и очень интересные доклады. Хотела бы вот сегодня, да, рассказать немного о суахили в качестве третьего иностранного. Дело в том, что помимо английского я, собственно, вот еще и занимаюсь африканистикой. И для начала хотела бы просто объяснить, провести грань между терминологией, которая принята в англоязычной литературе и в русскоязычной литературе, потому что когда мы говорим в рамках нашего института и не только об изучении третьего языка, мы подразумеваем, конечно, третий иностранный. Но когда в английском мы используем third language acquisition, мы говорим о втором или даже первом иностранном, имею в виду, что это третий по счету язык, да, который вы освоили после своего родного, да, если вы знали изначально два языка, то есть вы являетесь билингвом, то для вас это будет первый иностранный. Поэтому в презентации я буду использовать вот такое буквенное обозначение FL3, да, FL3, и именно буду говорить о третьем иностранном языке в том значении, которое принято у нас. То есть это именно третий в последовательности иностранных языков, которые вы изучаете после своего родного. Значит, суахили МГИМО преподается аж 1959 года. У нас достаточно развито было, особенно в Советском Союзе, африканское направление, но в качестве третьего иностранного он появился в нашей программе только с 2020 года. Раньше это всегда был первый иностранный, объяснялось это тем, что язык сложный, он считается до сих пор редким, несмотря на то, что на нем говорит по разным подсчетам около 150 миллионов человек. Это язык бантоидной группы, в основном на нем говорят в Восточной и Центральной Африке. И вот та группа, которая у нас появилась в МГИМО в 2020 году, она такая экспериментальная, совершенно новая. Все студенты владеют английским языком, это их первый иностранный, по их собственному утверждению. Примерно они это оценивают как уровень C1, C1, то есть advanced. И второй язык, который они изучают, это другой европейский язык, французский, немецкий, испанский.
испанский, один из этих языков, соответственно. Курс рассчитан, соответственно, третьего иностранного языка на 6 семестров. И это, поскольку, как я уже сказала, абсолютно беспрецедентная ситуация, потому что если два первых иностранных языка, как правило, определяет деканат, что именно студентам изучать, то третий иностранный они могут выбрать сами по собственному усмотрению, и более того, они оплачивают дополнительно эту программу, что, собственно, вот тоже наталкивает на определенные мысли, которыми я поделюсь позже. А здесь вы видите, какие иностранные языки на протяжении последних 10 лет обычно выбирали студенты. То есть суахили — это действительно что-то, они выбрали этот язык сами, и это что-то действительно для нас удивительное, совершенно новое. И в апреле, 5 месяцев после начала занятий, я провела письменный опрос. До этого раньше всегда разговаривала с ними устно для того, чтобы систематизировать как-то их впечатления. Главным вопросом номер один был, конечно, почему вы выбрали суахили в качестве третьего иностранного. И вот вы видите, что здесь ответы достаточно интересные, они не ограничиваются только желанием поработать в Африке. Некоторые студенты отмечают, что они хотели бы изучать суахили, потому что просто их интересует африканский континент, или им нравится то, что бантоидная группа — это доселе неизвестная им группа языков, с которой они не имели никогда дела, или то, что в принципе это редкий язык. То есть это отличается от традиционной мотивации студентов, которые выбирают обычно третий иностранный, просто потому что им кажется, что либо он прост в изучении, либо они хотели бы с ним впоследствии работать. Ну и по результатам этого опроса и в процессе этого опроса мы выделили несколько каких-то основных вызовов и задач, которые мы перед собой поставили, говорю мы, потому что я имею в виду себя и студентов совместно. Первый вопрос — это осуществляется ли языковой перенос между такими непохожими языками, как русский и суахили, поскольку языки действительно очень разные, по лексике, грамматике, морфологии, синтаксису все абсолютно разное. В контексте того, что усилия, которые затрачивается на освоение каждого нового иностранного языка, напрямую зависит от сходства между уже известным языком, как правило, проводятся параллели между родным языком и новым иностранным языком. В общем, это может создавать теоретически определенные трудности для студентов, да, потому что, опять же, многие вещи по аналогии между русским и суахили объяснить нельзя. Значит, второй момент связан с тем, что, опять же, поскольку студенты выбрали его самостоятельно в качестве третьего иностранного, то логично все-таки к студентам прислушаться и узнать у них, чего именно они хотят сами, да, потому что, как вы видите, по результатам опроса большинство студентов высказываются за то, что по итогам 6-семестрового курса они хотели бы уметь читать профессиональную литературу на суахили, уметь объясняться в большинстве бытовых и социальных ситуаций в Африке, соответственно, что логично, и, наконец, иметь представление о политических, социальных, культурных особенностях региона изучаемого языка. Отдельного предмета страноведения по Африке у них нет. И это, в общем, говорит нам о том, что, во-первых, задачи это достаточно амбициозные и масштабные, которые студенты перед собой и передо мной поставили таким образом. А во-вторых, о том, что все эти, невооруженным взглядом видно, что все эти задачи требуют достаточно продвинутого знания лексики и отработки этих лексических навыков. А в-третьих, ну, поскольку у нас действительно программа третьего языка, и у студентов есть такие совершенно четкие свои пожелания, это дает нам больше гибкости в процессе построения, собственно, программы, разработки ее, реализации и в постановке промежуточных и долгосрочных целей. И на вопрос, какие трудности сами студенты выделяют, вот какие вызовы в изучении суахили как третьего иностранного, вы видите, что они отметили недостаточное количество пар в неделю, дефицит времени на самостоятельную работу и нехватку учебных материалов для аудирования. В общем, это, конечно, действительно отдельная проблема, абсолютно совпадает с моим видением, потому что главный учебник, который у нас существует по суахили для начинающих, и, в общем-то,
единственный в России. Это учебник Громова-Петренко, который был издан в 2004 году, с тех пор не переиздавался пока, и у которого нет вообще никакого аудиокурса для начинающих. Это для нас представляло определенную проблему, и вот как мы решили из нее выходить, из этой трудности. Я разделила существующие виды заданий по аудированию на три основных кластера. Первое — это задание по извлечению конкретной информации в ходе прослушивания, и какие-то моменты я просила делать транскрибирование, то есть дословно записывать то, что они услышали. Для этого использовался... Извините, да. Да-да-да. Вот, для этого использовался вот, соответственно, такой ресурс, как swahilipod101.com, где в диалоговой форме можно отрабатывать, соответственно, слушать диалоги, повторять их и отрабатывать свои лексические навыки. Вторая группа — это общее понимание аутентичных текстов. То есть я давала здесь совершенно, продолжаю давать, совершенно неадаптированные видео. Я брала материалы международных организаций, использовала видео блогеров суахилийских, которые тоже, соответственно, не адаптированы, и научно-популярное видео, которое делает телеканал Deutsche Welle, и они доступны, соответственно, в интернете. И для отработки навыков произношения использовался вот ресурс Storybooks Canada, на котором есть возможность слушать суахилийские какие-то сказки и рассказы и повторять их, собственно, по фразе. Это для студентов оказалось очень полезно. Вот. И вот в плане отработки лексических навыков себя очень хорошо зарекомендовала практика, то, что мы назвали шаджара, на суахили это ведение дневников, упражнение, которое было нацелено на развитие творческого мышления, умение думать на иностранном языке и вывод речи новых лексических единиц. А студенты, собственно, делятся своими впечатлениями по поводу того, что с ними произошло на протяжении недели, они рассказывают о каких-то политических событиях, у них для этого уже достаточно лексики, и какими-то философскими размышлениями. Самым интересным результатом этого вопроса для меня оказалось то, что все студенты практически, ответ на этот вопрос был 22 балла из 25 в целом, что студенты считают в процессе овладения лексико-грамматическими навыками очень полезными аналогии с другими языками, которыми они владеют, как с точки зрения лексики, так и грамматики иностранных, я имею в виду иностранные языки, и мы можем сделать вывод, что языковой перенос происходит через другие иностранные языки, то есть не русские суахили, а европейские иностранные языки и суахили. И вот здесь вы можете, здесь таблица, какие самые эффективные виды занятий по оценке студентов. Ну и, соответственно, выводы, да, что, во-первых, при разработке и реализации программы курса третьего иностранного языка необходимо учитывать пожелания самих студентов, и они, в общем, достаточно активно сами участвуют, постоянно вносят какие-то рекомендации. Второй момент связан с тем, что разнообразие видов заданий помогает совершенствовать разные языковые навыки, однако в будущем нам, конечно, понадобится создать отдельный курс по аудированию. И третий момент, мне кажется, очень важный, и тоже это такая, что называется, удочка, такой задел на будущее, может быть, какие-то исследования, что языковой перенос может осуществляться через другие и из других иностранных языков, которыми владеют обучающиеся, даже при минимальном сходстве между родным и третьим иностранным языком. Мне кажется, это подтверждается лишний раз тем фактом, что все те материалы, которые я вот вам сейчас показала, аудиоматериалы, они, в общем-то, все на английском языке, но это студентов совершенно не смущает, то есть они переводят с английского на суахили и обратно. В общем-то, это, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Майя Викторовна. Должна сказать, что основное место работы Майи Викторовны — это кафедра английского языка номер один, то есть она моя коллега. И где еще узнаешь о том, чем занимается коллега, как не на конференции международной. Я действительно под большим впечатлением. Спасибо. Сейчас слово предоставляется. Мы оставили нас с кафедрой английского языка номер один в основном в конец, да, чтобы остальные имели возможность выступить. Поэтому сейчас слово еще одной к нашей коллеге Виктории Владимировне. Ну, а я завершу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада всех приветствовать. И позвольте начать демонстрацию презентации.
Тематика моей работы о возможностях аспекта домашнего чтения в рамках иноязычной языковой подготовки на факультете международных отношений. Я позволила себе выбрать весьма такой смелый эпиграф Уинстона Черчилля, поскольку он не только подчеркивает содержание нашего выступления, но и логическую связь с факультетом международных отношений. В нашей работе мы концентрируемся на преподавании аспекта домашнего чтения на первом и втором курсе бакалавриата. Удельный вес домашнего чтения невелик, это 20, максимум 30 минут от занятия. Тем не менее, ценность аспекта весьма высока, и с нашей точки зрения дает значительные воспитательные возможности. Воспитание берется нами как неотъемлемая часть образования в сочетании с обучением, и воспитательные задачи, как и обучающие, рассматриваются через призму будущей профессиональной деятельности. Наша презентация содержательно разбита на три части с целью показать возможности жанра короткого рассказа в вариативности тематики, с одной стороны, с другой стороны, в решении воспитательных задач, как то формирование ценностных установок, мы именно это подразумеваем, и, конечно, формирование лингвокультурной компетенции. Первая часть – это так называемый cautionary tale, также позволил себе вот таким термином обозначить, и это первые два рассказа, я думаю, вам хорошо знакомые. И в первом рассказе мы говорим, о рассказе Сомерсета Моэма, мы говорим о судьбе молодого и многообещающего дипломата. И сразу вносим разницу сюжета и фабулы. Как стилистических терминов мы рассматриваем именно в хронологическом порядке события, то есть то, насколько, как вы видите по первой цитате, дипломат был умен и многообещающий, и насколько перспектив лежало перед ним. Затем, к чему он пришел, а именно потерял все, и профессию, друзей, и полезность в мире, как то, что дает смысл существованию. То есть на это акцент мы тоже делаем. И что все это потеряно им напрасно. С этой точки зрения очень примечателен именно финальный абзац рассказа Сомерсета Моэма. Он дан вам внизу слайда. О том, как потеряна дорога к посольству в Париже для этого дипломата. И здесь, почему этот рассказ интересен с нашей точки зрения, это предостережение автора. Помимо сюжетной линии, это предостережение автора о том, как неосторожно можно действительно в прямом смысле погубить свое будущее. И в этой же связи интересен второй рассказ, который мы упомянули. Рассказ Роалда Дала «Ныне отпущающий». «Nunc dimittis» по латыни, и он рассматривается в программе второго курса, он есть в нашей программе второго курса для домашнего чтения, поэтому не выносила его на слайд, просто он также подчеркивает, насколько опасно, если противник просчитал психологически твое слабое место и каким серьезным последствиям это может привести. Оба рассказа исключительно хороши в плане языковом, поскольку, позвольте на следующем слайде показать, это фрагмент рассказа Сомерсета Моэма, поскольку даются замечательные синонимические ряды. Вот вашему вниманию представим отрывок, буквально отрывок, и здесь мы видим глаголы и besought, и begged, вот, пожалуйста, посмотрите, implored, все это в одном контексте. Дальше у нас идут идиоматические выражения, курсивом я их выделила, и to burn boats behind her, и watch that leading in public, и так далее. И идет даже тематика именно дипломатическая, также вот подчеркнута, представлено вашему вниманию. То есть в плане лексическом исключительно богатые рассказы, и что касается рассказа Роалда Дала, нужно отметить, что там идут пласты просто эмотивной лексики, от полярных причем эмоций, от положительных до резко отрицательных, а также исключительно богатый культурный фон, поскольку образ главного героя – это образ эстета. Культурное наследие британское показано там в полном объеме, то есть рассказы действительно обогащающие по содержанию во всех смыслах. Второй как бы фрагмент нашей презентации – это ценностные установки, опрос ценностных установок и вопрос уникальности русской культуры. И мы позволили себе обратиться к рассказу, конечно, известному вам, который на русский переводится как «Посвящается Эсме».
Он нам берется в связи с военной тематикой и в связи с, безусловно, ценностными установками милосердия и гуманизма и человеческого отношения в принципе. В ходе обсуждения студенты сами отмечают, насколько по-разному относятся два героя, два солдата к войне, и именно рассказчик переживает ее крайне тяжело, будучи ранен. И вот это его крайне тяжелое переживание войны, оно дается изумительными метафорами Селлинджера. Представлено вверху слайда, посмотрите, пожалуйста, он сравнивает себя с гирляндой на рождественском дереве, а также удачным примером приема hyphenation, графического приема, и один из самых удачных в художественной литературе, когда буквально вот эти раздельные буквы показывают надломленность и просто крайне тяжелое состояние духовное и физическое героя. И вот поскольку тема физических страданий поднимается Селлинджером, и моральных страданий в том числе, идет очень интересная отсылка к духовному наполнению. Она начинается с надписи, сделанной на немецком языке, как вы видите, безнадежно искренним почерком женщины, которая только что арестована рассказчиком, и он не может оторваться от этой цитаты «Dear God, life is hell». Возвращается к ней снова и снова, и вот этот неожиданный отклик героя дается ответом, мы только потом понимаем, что на самом деле герой цитирует Достоевского. What is hell? I maintain that it is suffering of being unable to love. И вот это один из ключевых моментов рассказа, это такое квинтэссенция духовного послания автора читателю. И мне кажется, для нас, для русского сердца, особо дорогое послание. Уникальность русской культуры в именно представлении зарубежного человека, американского писателя, передается очень интересно в новелле «Зуи», новелла 61 года авторства Селлинджера. И оно, конечно, не берется для чтения, оно совершенно другого плана, но, тем не менее, я позволяю себе упомянуть об этой новелле студентам, даже не о самой новелле, а о письме завещания, которое идет в начале рассказа, и которое считается очень сильным по своему посылу. В данном случае Селлинджер волнуется о судьбе младшего брата, герой Селлинджер волнуется о судьбе младшего брата и показывает, просто высмеивает Голливуд в том плане, что он не может совершенно никак при всех своих возможностях отразить, например, войну и мир Толстого. Я здесь позволила себе только краткую цитату, потому что он очень долго рассуждает, автор долго рассуждает и высмеивает и любителей Толстого, которые просто не в состоянии понять характеры персонажей и саму постановочную часть, когда полностью выбрасываются эмоции героя, потому что это мифотогенично и так далее, и так далее. Но зато есть батальные сцены. В общем, Селлинджер прав. Он написал это в 60-м году, он как провидец в данном случае. И также... Две минутки. Хорошо. И также хотела сказать, что здесь, безусловно, интересен подход к Чехову, как вы видите внизу презентации, о том, что таланту Чехова не может соответствовать и никакая постановка в принципе. И даже Селлинджер использует не слово «актер», а слово «every soul on stage». Также хотела поделиться с вами вот этой идеей, то есть насколько ценна самобытность русской культуры была и есть. То есть мне это, я считаю, что это важно подчеркнуть на нашем факультете. И еще один очень интересный с моей точки зрения рассказ – это «Ценности американского общества глазами западных писателей». Это Джон Чивер и «Смерть Жустины». Здесь очень интересно дается критический анализ вот американской культуры как культуры work-oriented, как культура результативности, адаптивности и так далее. На вашем слайде представлено то, как страдает герой на собственной работе, как он как актер лжет и подстраивается под своего руководителя, а руководитель просто отказался принять факт смерти в его семье и уважать этот факт. И это приводит к очень серьезным размышлениям Чивера и его героя, рассказчика об американской культуре. Вот вы можете видеть о том, что в этой преуспевающей культуре преобладает разочарование
И несмотря на все ее богатство, и о том, что все, кто услышали голос свободы, и очень много национальностей перечисляются, в его возлюбленной стране, он говорит о том, что это его родная страна, тем не менее подвергаются жесточайшей критике, и ценности, которые они преследуют, Джон Чивер использует сон, такой аллегорический, показать, что все это, в общем, сводится к потреблению. Потребление становится основной ценностью и забывается, закрывает собой все остальное, потому как просто факт смерти в его семье приводит его к понятию того, что совершенно фундаментальные вещи совершенно не уважаются. Просто запрет на банальные действия и, ну, крайне, скажем, неприятие героям этого, то, как хранили его родственницу, поэтому это называется смерть Жюстины, приводит его в ужас, он задает вопрос о том, что нация, которая не способна понять смерть, способна ли она любить, и кто задаст этот вопрос, who will sound the alarm? И в конце рассказчик просто отказывается подчиниться боссу, вы видите финал, то, как босс давит на него и убедает, и читается, рассказчик просто пишет ему в ответ Псалом 22, как будто читает реквием вот этому положению дел в американском обществе и вот этой управленческой культуре. Очень интересный рассказ, он очень тяжело воспринимать студентами, но, может быть, требует большего времени. И завершая, я хотела бы сказать, что мы все с вами слышали на пленарном заседании выступления Ольги Викторовны Куликовой замечательное многогранное выступление, и в том числе она говорила и о характеристиках обучающихся поколения Z, и о том, что они индивидуалисты, с одной стороны, и с другой стороны, они рационально подходят к участию в коллективных видах деятельности, в частности, в дискуссии. И вот, на наш взгляд, аспект домашнего чтения позволяет проявиться и индивидуализму, и научить участие в дискуссию, и вопрос самостоятельной работы, и ее качества, и ее проверки решается прекрасно. Вот когда дается возможность подготовить выступление по предложенной теме или предложить свою тему и тщательно подготовить, и можно оценить качество этой подготовки. И, конечно, мы не забываем о языковой составляющей, потому что этот аспект позволяет работать с аутентичным текстом и самостоятельно, и под руководством преподавателей посмотреть стилистические приемы, лексические, гармонические, доминанты текста, вообще понятие доминанты разобрать. Доктор Владимировна. Да, вот, да, мне хотелось поделиться с вами, я надеюсь, я смогла передать, что возможности крайне широки на данном аспекте у преподавателей нашей кафедры, на нашем факультете. Спасибо большое. Да, извините, пожалуйста, что мне пришлось вас прервать, но это нечестно, потому что все другие наши выступающие соблюдали регламент. Так, и на закуску, что называется, я немножко расскажу о своем опыте разработки грамматических разделов. Так, сейчас еще хотелось бы... Так, а F5 у меня почему-то не работает. Скажите, пожалуйста, вы видите что-нибудь? Да, в целом все, да, видно. А может быть, на показ слайдов нажать, Ольга Анатольевна, вот там вверху? Может быть, показ работает? Вот. Да, показ слайдов и сначала. Мышкой, показ слайдов, верхняя строчка. Там, я не вижу. Вы прям рядом с ним. Вставка, дизайн, главная вставка. А, вижу, да. Вот, пока слайдов, и потом будет сначала. Ну, здесь почему-то выползает что-то другое. Вы выше поднимитесь, выше, Ольга Анатольевна. Я вижу, что я... А вот так, да. Чуть-чуть ниже. Да. Сначала. Теперь левый крайний. Угу. О, спасибо большое. Спасибо огромное. I am technologically challenged. I admit this readily. Вот этого я боялась, оно и случилось. Дорогие коллеги, я, как я уже сказала, являюсь автором ряда учебников. Ну, для четвертого курса это другое дело. А в учебниках для первого и второго курса я разрабатывала грамматический раздел. И хочу поделиться с вами некоторыми своими выводами, потому что сейчас проходила пробация учебник для второго курса,
И он будет опубликован в этом году, издан. Но работа продолжалась, естественно, и в ходе апробации, и сейчас я вот там дорабатываю. Основополагающие подходы при разработке учебника, грамматического именно раздела, исходя из цели обучения в ВУЗе, это, на мой взгляд, все-таки на первый план выходит когнитивно-коммуникативный, функционально-прагматический. Я не буду расшифровывать это. Если кого-то этот вопрос интересует, то в конце на слайде будет ссылка на мою статью прошлогоднюю в филологических науках МГИМО. И исходя из этих основных подходов, принципы главные при отборе материала, при разработке системы упражнений и заданий – это релевантность, аутентичность, контекстуальность и опережение. Релевантность понимается в самом широком смысле. Проблемы возникли на самом деле потому, и вот трудности при внедрении, при апробации возникают из-за того, что у нас долго господствовал грамматико-центричный подход, да, то есть вот грамматика – это была прям царица английского языка, и ей уделялось особое внимание, если не основное внимание, в течение долгого времени. И оказывается, преподавателям сложно перестраиваться, даже невзирая на их возраст, на то, где они получали образование, трудно отказываться от старых подходов. Релевантность – это то есть не надо изучать все, как, значит, вся, не всю грамматику, а только то, что действительно нужно, и понимая, для каких целей это нужно. Ну, аутентичность, понятно, и контекстуальность, да, то есть тоже не просто какие-то абстрактные предложения, а всегда студент должен понимать, при том, когда вводится материал, в упражнениях, о чем вообще идет речь, в какой ситуации была использована та или иная грамматическая модель. Опережение – это все-таки, чтобы студенты разного уровня подготовки, ну, поэтому я об этом здесь не говорила, у нас все-таки выделяется ну, уровень для всех, и уровень повыше, а в рабочих тетрадях еще уровень пониже для тех, кого нужно догнать остальных. Опережение подразумевает, что студенты должны получать какую-то информацию о тенденциях в развитии языка. Я считаю, что это нужно, и это вызывает интерес. Основные положения при ведении материала – это отсутствие готовых правил, примеры использования в разных ситуациях общения, ну и в частности использование, ну и дедуктивного метода, и индуктивный метод, то есть какие-то элементы guided discovery, так называемого, ну вот пример задания, да, то есть сами студенты должны изучить примеры и, отвечая на вопросы, сформулировать, собственно, правила, касающиеся употребления тех или иных грамматических форм. Обязательно анализ – это вот часть, которая была когнитивная, когнитивно-коммуникативный подход. То есть на этом этапе обучения, когда это, в общем, можно сказать, взрослые люди, да, я считаю, что они могут осваивать материал через анализ. То есть вот это правильный подход. И поэтому упражнения на анализ использования грамматических моделей в разных контекстах являются, в общем, обязательными на первом этапе освоения. Опять-таки здесь примеры. Ну, причем не просто вот про грамматику сразу вопрос, да, а все-таки если дан какой-то отрывок из текста, то ответить на вопрос по содержанию, то есть о чем идет речь, или там, как вы думаете, кто это беседует, или в чем проблема вот этой женщины, и потом объяснить использование соответствующих моделей. Очень важно вот эта коммуникативная часть о том, что мы не делаем грамматику ради грамматики, мы не изучаем грамматику ради грамматики. Она нужна для того, чтобы уметь использовать адекватные средства в разных ситуациях общения. Ну и вот здесь просто примеры заданий, когда, ну, конечно, условно-коммуникативные предложения разной степени условности и разной степени коммуникативности. Сначала, для начала нужно определить коммуникативную функцию в данных предложениях, да, потом по аналогии сделать свои собственные предложения и использовать в каких-то мини-ситуациях. Ну и не просто там, да, используя такой-то conditional,
То есть задание должно быть коммуникативное, то есть выразить свое мнение или критику. Еще пример. Об этом говорилось, об этом говорила Камила Джамдатовна, о том, что студенты хотят, в общем, говорить о себе. И поэтому я очень не люблю задавать, когда студенты приводят примеры и какие-то ситуации о каком-то абстрактном там Пите, который непонятно зачем и куда поехал, они совершенно точно любят, когда вопросы касаются их жизни. И поэтому у нас вот много таких заданий уже на, там, ну, на этапе выхода в речь, когда студенты должны рассказать о себе. Ну вот, пожалуйста, тут примеры, да, вот это I'd rather, один, ну тут вы видите, в основном это я взяла из урока, там где разные способы выражения нереальности. В семье, в университете, про друзей, про преподавателей, профессоров, про лекции. Вот это всегда интересно. Ну, а это я уже прямо взяла вот из верстки учебника. Просто примеры. Опять-таки, они, может быть, не совсем коммуникативные, но все-таки с каким-то коммуникативным элементом. Да? То есть вот оцените вероятность или частотность вот таких явлений, ну, причем явления такие вполне себе реальные, жизненные. То есть вот diplomats speak their minds, да, то есть вот характерно или не характерно. Дальше. И смотрите, разные степени, так сказать, scaffolding, то есть подпорки, да, или подсказки. Здесь фактически ситуация задана, нужно просто сказать, там, это типично или нетипично, частотно или нечастотно. Дальше говорится, ну, задана модель, и о чем или о ком нужно сказать, и уже на последнем этапе, ну, вот для более сильных студентов, просто обсудить какие-то вещи, касающиеся друзей, семьи и так далее, ну, подразумевается использование этих же моделей. Еще что, я не скажу, что это прямо вот революционно новое, но все-таки я анализировала достаточно много учебников английского языка, отечественных, и, в общем, очень много тех, кто вот традиционно идет совершенно, вот, это, то есть rephrasing, там, gap filling и все. А что у нас есть в учебнике для второго курса? Анатольевна, две минутки. Да, разведение моделей, характерных для официального разговорного стиля, да, то есть вот, причем предлагается, да, опыт показывает, что студенты не чувствуют разницы в регистрах, к сожалению, это одна из проблем. То есть вот им предлагается определить, соответствует ли использованная конструкция стилю, официальному или неофициальному, и, соответственно, исправить. Различие между британским и американским вариантом, это не в большом количестве, но все-таки есть. И я считаю, что особенно, ну, что это для переводчиков может быть важным, и не для переводчиков, для дипломатов. И раздел, вот это новое, это не было, grammar for reading and writing, где, вот, например, как раз уже из учебника сверстанного, модель совершенно официального стиля, письменного, которую незачем тренировать вот так на употребление, да, как продуктивную. Но студенты должны ее узнавать, когда они ее встречают в тексте. И вот поэтому предлагается по-другому высказать свою... то есть и in a less formal way, что показывает, покажет их перефразирование, что они понимают, о чем идет речь. Какие проблемы возникли? Ну, на меня, как давит опыт предшествующий вот этого грамматико-центричного подхода и мнение коллег, апробаторов, которые требуют, они говорят, а почему вот этого нет, а вот нужно добавить еще вот эту модель, с одной стороны. А с другой стороны, мой чрезмерный энтузиазм, то есть иногда я увлекаюсь и перегружаю материалы ненужными нюансами, то есть сейчас вот это пришлось все корректировать. И у преподавателей возникают трудности, связанные вот с неготовностью принять авторскую концепцию, то есть вот по старинке, как привыкли, очень трудно менять отношения, отказываться от того, что изучать нужно все в грамматике, да, вот этот принцип релевантности, и ориентация на тесты как основной инструмент оценивания тоже присутствует. Ну, что делать? Разъяснять, то есть вот автор должен донести свою концепцию, обязательно наличие обратной связи с преподавателями, естественно, внесение изменений, и, ну, методическая записка, книга для преподавателя,
проведение семинаров, внедрение в учебный процесс. Вот, вот литература, вот грамматика в современном учебнике иностранного языка для вуза. То, что я говорила, если вам это интересно. Спасибо большое. Дорогие коллеги, у нас осталось время для того, для, ну, как хотите, либо вы задаете вопросы, либо выскажите свое мнение относительно нашей сегодняшней секции. В общем, я считаю, что наше заседание удалось в целом, и были рассмотрены вопросы как навеянные последними событиями от нас независящими, так и какие-то аспекты преподавания иностранных языков, которые будут важны всегда. Всегда. Вот. И я вас благодарю за участие. Ну, хотелось бы, чтобы, если вы не хотите задавать вопросы, ну, вы уже, я знаю, что видела, да, обменялись там и контактами, и презентациями. Спасибо тем, кто их разместил, которые вас заинтересовали. Ольга Анатольевна, извините, на самом деле вопросы есть. Давайте. Значит, у меня вопрос к Камиле Ахмеджановой. Да. Два небольших вопроса. Мне интересно, какое количество студентов, которые изучают фарси вообще и таджикский язык в частности, вот в их учебном заведении. Это первый вопрос. И второй, вытекающий из первого. Какой национальный состав ваших студентов? Интересно узнать просто. Кто проявляет особый интерес к этим редким языкам? Количество студентов, которые изучают фарси, около 10 в год. Но там варьируется, то есть два типа студентов есть, которые исключительно на фарси специализируются, а есть те, которые фарси с каким-то другим языком, то есть там, например, с арабским. Вот. У меня в классе было пятеро, вот. И у них два англичанина, и три остальных были как двое как бы французы, но которые выросли в Англии, и еще одна девочка-швейцарка. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы какие-нибудь? Ну, я бы на самом деле, если вот с Камилой Ахмеджановой можно будет потом как-то в письменном виде пообщаться, потому что мне очень интересно именно с точки зрения тоже преподавания третьего языка, потому что вот я вам не просто так вопрос задала насчет того, придумала ли это администрация вашего университета или это их собственная как бы мотивация, потому что мне кажется, что действительно, ну, процесс разработки программы будет немножко разный. У нас в МГИМО преподают тоже фарси, но он, ну, он идет в паре с Дари, насколько мне известно. Я так понимаю, что эти языки достаточно близкие. Ну да, они все близкие. То есть и фарси, и таджикский, и Дари, они все очень близкие. Но, как я вам уже ответила, действительно, администрация решила, это обязательно для всех, кто фарси учит, учить таджикский теперь. Но обязательно я сейчас вам отправлю свой имейл. Да, было бы очень интересно, спасибо. И просто хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам, Ольге Анатольевне, хочется сказать спасибо всем коллегам, которые сегодня выступали, и вот Лене Дюлен, я не помню, как тебя по отчеству, извини, пожалуйста, которая у нас выступает техническим ассистентом, отвечает за техническую сторону этого мероприятия, правда, было очень интересно, настолько разные темы, настолько действительно разные проблемы, которые у всех возникают и подходят, связанные с изучением языков. Я тоже себе законспектировала какие-то вещи и надеюсь, в общем, нагло пользоваться разработками некоторых коллег. Интересно. Да, коллеги, ради бога, еще одну секундочку внимания. Обычно мы встречаемся в кулуарах конференции, делимся впечатлениями, обмениваемся контактами. Я пользуюсь секундочкой буквально. Я сбросила в общий чат информационное письмо. Мы в сентябре, у нас пройдет очень интересная конференция. Мы ждем Елену Борисовну Ястребову на конференцию, поэтому я думаю, что будет очень интересно. Она будет одна из keynote speakers, поэтому познакомьтесь, пожалуйста, с информационным письмом. Будем очень вас ждать. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Еще кто-то хочет? Я, наверное, выделить? Тоже несколько слов скажу о том, насколько приятно быть на конференциях в МГИМО, как все четко организовано, спланировано. Работает модератор всегда очень правильно. Работает техническая поддержка. И подбор участников секции действительно такой, что все интересно. И в связи с этим у меня еще так... Да, ну, во-первых, большое-большое спасибо организаторам всей команде, нашему сегодняшнему модератору. Вам спасибо вам. Вы нас заставили все-таки уложиться во время. И у меня есть такое предложение. Поскольку в кулуарах встретиться мы с вами не сможем, я уже в чате написала, кому интересно, можно ну, как-то договориться о времени, а я могу просто организовать, то есть открыть Zoom-конференцию, чтобы мы могли пообщаться спокойно и обсудить все вопросы, обменяться материалами. Вот такое у меня предложение. А все было действительно очень интересно, и хотелось бы побольше послушать всех, поэтому предлагаю встретиться, несмотря на нашу занятость. Коллеги, еще кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Да, если можно, я тоже хотела бы выразить огромную благодарность всем организаторам за великолепное проведение онлайн-конференции. Дело в том, что вот я была на конференции 2 года назад, в 2019 году, которая была организована очно. Естественно, была под большим впечатлением, делилась с коллегами, до сих пор делюсь, рассказываю, что все замечательно, все было великолепно на высоком уровне. Вот, и... приятно удивлена тем, что никак абсолютно, никак не могу сказать, что хуже, несмотря на то, что мы не встретились очно, да, вот встретились именно в таком формате, но все, опять же, было четко, на высоте, очень приятно, что не отложили, что все-таки традиция также сохраняется раз в 2 года, очень приятно, хоть в таком формате, но было очень приятно увидеть коллег, уже известных, некоторых коллег, уже знакомых, так что... И рада, конечно, новым лицам. Будем надеяться на плодотворное сотрудничество в будущем. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Да, конечно, не хватает личного общения. Было бы здорово, если бы мы могли собраться все вместе. Будем надеяться, что следующая конференция состоится уже в очном формате. Но на самом деле, очень будем надеяться. Наше общение все равно было, мне кажется, очень полезным и, ну, в общем, здорово. Спасибо вам большое. Если еще кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста. Если нет, то мы можем, собственно, закончить. В 15 часов, напоминаю, пленарное заседание. То есть сейчас можно передохнуть, что-нибудь выпить, чаю или кофе. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания.